Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер. Всех приветствую. Я тут. А вы? Привет, друзья! Добро пожаловать на стрим! Оскар Питерсон, естественно, сегодня на заставке. Привет, ребятки, привет! Присоединяйтесь, присоединяйтесь, заваривайте себе чаек, какаушку, ну или что угодно другое. И... заворачивайтесь в лаваш, друзья. Ольга, привет. Дима, привет. Фаланат, привет. Конечно же, Оскар Питерсон, конечно же. Естественно, кто сегодня еще может на заставке играть? Конечно же, Оскар Питерсон. Как ваши дела, друзья? Как? Что? Что происходит интересного? Ну, расскажите же мне. Врывайтесь в чат. Передавайте приветы там, не знаю. Я соскучился, честно говоря. Последний раз мы виделись в воскресенье. И было круто, на самом деле. Было круто. Прямо мы очень душевно здесь провели время. С Алексеем Кравченко мы в воскресенье здесь общались и по большей части его слушали. И никто мне за весь стрим не сказал, что в описании стрима было написано «Алексей Кравченко». Так что, если что-то неправильно написано, вы мне, пожалуйста, сообщайте. Вот, я надеюсь, сегодня написано все правильно. Я просто пишу в таком количестве всяких разных там соцсетей и в таком количестве всяких там афиш и прочего-прочего, анонсов, что иногда пропускаю буквы. Бывает. Как проходит ваша неделя? Какой сегодня день недели вообще? Среда, сегодня среда. Скоро май. Это очень круто. На самом деле, мой любимый месяц. И даже карантин мне не портит впечатление от предстоящего мая. Даша, привет. Игорь, я нашла у себя на YouTube нашу с тобой офигенную связку. Я скину тебе в личку. Круто, давай. Stu Rivers Fest, мне кажется, офигеть. Это здорово. Спасибо всем, кто присоединяется. Всем привет. Сегодня среда, 26 апреля. И мы начинаем наш цикл весенних игр «Что, где, когда?» Или как там говорится? Нет, «Что, где, когда?» мы не начинаем. Кстати, можно как-то онлайн «Что, где, когда?» наверное, организовать, да? Так, я пришел пить молоко и смотреть на Машу, и молоко я уже выпил. Ну, привет, Антон, спасибо, что ты здесь. Катя, привет. Давайте, пишем в чат, друзья, кто здесь, рассказывайте. Если вы не зарегистрировались на Твиче, сделайте это очень просто, очень быстро и очень классно. Тем, кто нажимает вот здесь вот follow, сердечко, те вообще молодцы. Но даже если нет, то тоже молодцы. Если вы сможете смотреть по полной программе сегодняшний стрим, мы вас приветствуем. Если вы поставили хотя бы фончиком, мы вас благодарим. Кто здесь? Привет. Все здесь, все на месте уже. Своя игра — это топ. Кстати, да. Кстати, своя игра — это норм.
Я знаю онлайн-сервис для своей игры, и там, правда, абсолютно дурацкие вопросы, но если сделать специальный какой-то сет танцевальных вопросов, то может быть очень круто. Лабос, Лабос. А что сейчас? Лабос... Лабос Вакарас? Как правильно сказать? Игорь, его не верит. Приходим только тебя послушать. Гости даже особо не нужны, только не говорим. Спасибо большое, это приятно, но сегодняшние гости фантастические. Мои прекрасные, любимые друзья, дружочки, пирожочки. Вот. Ой, что там качает так? Что качает? Музыка? Музыка Оскар Питерсон, друзья. Оскар Питерсон. Какой-то из его лайвов я поставил. Jazz Icons. Live in 63, 64, 65 годы. Йо, всем привет, уи, я качала пресс и теперь боюсь чихнуть, вот такие дела. Даша, это смешно. Да, Лабос Вакарас, да, класс. Миш, привет. Смотри, зрители прибывают, будет хороший урожай. Я надеюсь, друзья, я надеюсь. На самом деле, в прошлые разы мы всегда, каждый раз не добирали. Вот, но несмотря на количество зрителей сегодня, друзья, сегодня и дальше... План с этим, с партнерством, это он есть, он актуален, но получаем удовольствие от общения, от новых знаний, от вдохновения, мы все равно в любом случае, я это делаю для любого количества зрителей, вот, поэтому не переживаем, все будет как будет, все круто. Если лечь на живот, то чихать можно, Антон подсказывает. Потестируем смайлики, круто, что-то смайлики такие прикольные. Дрель какая-то, дрель, которая дрелит сердце. Друзья, на самом деле что, пришло время уже нам начинать, я думаю. Вот как раз Оскар доиграл. Поэтому можно музыку фоновую выключать. И потихонечку мы будем готовиться к тому, чтобы встретить наших сегодняшних замечательных гостей. Наших любимых, прекрасных... пупсиков. Друзья, в общем, встречайте смайликами и приятными словами Даню и Машу. Все по-простому. Вот они, смотрите, вот они, вот они. Вот они. Вот, вот. Мне надо теперь включить их звук. Включить. Приветик, приветик. И есть. Всем привет. Все работает. Да, привет. Ура. Класс. Привет, Маша. Привет, Игорь. Привет, привет. Ребятки. Круто. Привет, Даня. Круто. Круто. Вот Даня сразу видно, что профессионал, да, несмотря на то, что у нас был тестовый созвон, и мы общались 15 минут назад, все равно включается трансляция, он говорит, привет, вот это прям супер про скиллз, на самом деле, так и надо. Здравствуйте, дорогие зрители. Я надеюсь, что вы сели удобно, взяли с собой любимый напиток, может быть, кошку на коленке, и оставили все заботы позади. Вас ждет прекрасный стрим с Игорем Бенин. Если вы еще не сказали своим друзьям, обязательно скажите, что нужно прийти и хотя бы фоном включить эту трансляцию. Нам аккомпанимирует замечательный канадский, по-моему, пианист Оскар Питерсон. И сегодня мы будем с Игорем играть в игры. Да, вообще, слушайте, так круто. Может быть, я пойду отдохну. Вы очень круто справляетесь с этой задачей. Вам надо тема стримить. Сегодняшнего выпуска — это, конечно же, командная работа. Да. Продуктивная командная работа. Супер, вообще, я просто... Если... Ладно, простите. Нет, на самом деле я хотел сказать, что я поздоровался не только для зрителей, а еще потому что сейчас вот мы сели, мне кажется, мы сели... на какое-то время. Я прям представляю, что мы сели в комнате, нам нужен какой-то ритуал начала этой встречи, потому что она явно продлится не одну минуту. Да, блин, я... Это уже топ, просто топ вообще. Это самое крутое начало. Ой, не могу, я расплылся. Ну, вы профессионалы, конечно, вам точно можно делать стримы, вы прям... справляетесь лучше меня с этой задачей. Заметь, мы пока что их не делаем, но мы готовимся. Да. 5 недель без стрибов. Фу, у меня аж скулы свело, это прекрасно.
Просто давно не виделись, на самом деле. Тут профессионализм, не профессионализм. Просто действительно, мы с Машей не так часто созваниваемся, и с тобой, Игорь, что-то ты мне все не звонишь. Никак. Игорь... Даня мне звонит редко, но когда он звонит, он говорит, что-то Игорь опять не позвонил. Его ждал. Сидел. Так что, Игорь, хорошо, что ты нас сегодня здесь собрал, наконец. Ой. Это же вообще просто прекрасно. Ой, я даже не успеваю ни чат читать, ни соображать вообще, это очень круто. Ой, там чат есть, давайте посмотрим, что. Я уже себе, вот у меня здесь, вот вы пишете, вот здесь вот я все вижу, в отличие от предыдущего стрима, где я смотрелся на телефоне. Я постараюсь, если какие-то вопросы или что-то, реагировать. Очень круто. А где здесь? Как ты это сделал? А у меня вот, знаешь, можно экран на две части разделить. Ну, такой у меня тоже, screen, я... только... Не знаю, как это сделать. Ты можешь зайти, смотри, Маш, на самом деле, если ты хочешь читать чат, то смотри, ты можешь зайти на Twitch, там откроется трансляция, ты сразу выключай звук трансляции, чтобы не двоилось, и под чатом есть шестеренка настройки чата, и там можно открыть чат в отдельном окне, и вот так это можно сделать. Первое, что я открыла, было пожаловаться на бензин. Это было еще тяжелее. Ой. Это все прекрасно. Да, супер, супер. Вот, теперь ребята видят, что вы пишете, поэтому можете смело задавать вопросы. Пожаловаться не звонит. Не звонит, чертяга. Антон, вот острый язык. Острый язык. Сейчас я все сделаю, последние технические моменты. Так вот, друзья. Начало эпическое. Продолжай. Да, так я еще не начинал, вот в чем прикол. Вот я и подкалываю тебя. Вот что значит 5 недель в изоляции. Да. Да. Ну что, Игорь, можешь смело сходить за какавушкой, Даня с Машей справятся. Я на самом деле очень рад, что так происходит, поэтому да, если... Я вот честно, вот сейчас просто к слову пришлось. Я вижу свой канал в том числе как некоторую такую платформу, на которой могут другие, не знаю, стримеры, не стримеры, просто любой, у кого есть какая-то идея, которая мне зайдет, в принципе, я могу предоставить эту платформу, потому что, ну, во-первых, я не могу этим заниматься там 7 дней в неделю, и точно есть люди, у которых есть крутые мысли, крутые идеи, крутые проекты, но они, например, не собираются делать это на регулярных основах, им нафиг не нужна никакая платформа другая, поэтому если есть у кого-то идеи, кого проинтервьюировать, там, что-то, не знаю, какую-то тему обсудить, то предлагайте, я вполне к этому открыт, и могут быть какие-то даже коллаборации у нас могут случаться. Это да, так себе. Что, если у кого-то есть какие-то идеи, вы знаете, что делать, чатик, колесико, да, и пожаловаться. Не надо жаловаться, друзья. Не надо, это все шутки, у нас юмор такой, если что-то, у нас юмор такой. Да, это, кстати, важно было говорить каждый раз, когда ты идешь занятия. Mm-hmm. Да, да, вообще часто люди думают, что я очень странный, и потом, когда я могу познакомиться с кем-то, мне прям рассказывают истории, как люди не понимали, что я говорил что-то, и это было не всерьез. Вот, и я не знаю даже, как с этим быть. Не, ну это очень круто, вот очень круто, да. Бывает такое, что чувство юмора такое, типа, что если люди не понимают, то как бы объяснять-то это же вообще все, это трындец прям. Ну, да. Ну, чем больше я слышу, узнаю Даню, тем больше слоев в этом пироге. Каждый раз я думала, что я дошла до нижнего, и тут 3 шутки в одной, а нет, еще там сколько контекстов. Лучок. Так что, не переживайте. Даня Лучок. Лучочек. Дэнс-дэнс превратится в дэнс-дэнс. Дэнс-дэнс. Как часто ваши шутки не понимают на занятиях? В смысле, не были готовы к юмору? Как часто ваши шутки... Что? А как часто вообще случается такое, yeah. что как часто случается, что к нашим шуткам не готовы? Ну, у нас такой, как бы, достаточно, не знаю, как... Многие сказали бы, что у нас достаточно серьезная манера ведения занятий. Ну, знаете, не типа тусовка плюс занятие, скорее занятие плюс тусовка. Mm-hmm. У нас, конечно, все меняется, и я думаю, мы об этом поговорим, все сильно меняется.
Но часто вот такая комбинация, когда мы что-то серьезно объясняем, потом в этом этот жетон используем для того, чтобы пошутить, люди, ну, не всегда действительно могут понять, но мы над этим работаем. На английском языке, кстати, с этим иногда даже лучше, мне кажется, но я не уверен. Но это не точно. Но у нас были такой большой сдвиг, последний по шуткам произошел год назад, в июне, я прям помню. Был момент, когда резко все начали, все это я и Даня начали шутить на занятиях на английском языке, и это волшебная была какая-то история, потому что люди подходили и говорили: «Боже мой, вы умеете шутить? Так?» Ну, как-то до этого, не знаю, я помню, что был какой-то момент прямо из... Я преподавала с кем-то еще, Даня преподавала с кем-то еще, потом мы сошлись на одном ивенте в Страсбурге, по-моему, это было, и нас как-то попёрло, прорвало, я бы даже сказала. Mm-hmm. И после этого мы устроили. Мы бы, я после этого могу сказать, что у нас и тусовка, и типа занятие одно одинаковое. Если раньше было скорее занятие. Мне кажется, мы пробили дно по самоиронии. Mm-hmm. В смысле, в плюс. Это круто. Да, это круто. Да, мне кажется, что так. Но вы смеялись над шуткой «абстрактный Линди Хоп для элиты»? Очень, да. Мне рассказали, что есть такой паблик ВКонтакте. Я же не знала. Вы знали об этом? Что нет. Это не просто такая шутка? Есть абстрактный юмор для элиты. Это название паблика ВКонтакте. А-а-а. Нет, ну вот это... Я не знал. Ну вот сразу стало не так смешно, да? Нет, почему? Все равно смешно. То, что именно абстрактный Линди Хоп для элиты применили именно к вашему Линди Хопу, это очень смешно, я считаю. Это супер, да, это очень круто. На самом деле, я думаю, что это очень большой комплимент и смешно при этом, ну, как бы тут... Да. Ой, это вообще легендарно. Как народный тип искусства стал элитарным, да, вот так вот. Да, на самом деле... Я думаю, можно это даже не раскрывать. Оно само раскроется. Да. Со временем это как та самая шуточка из лучка вышла такая. Из лучка вышла росточка. Многослойная. Да. Да. Мне уже нравится все просто. Все. Это уже удачно. Удачно с первых минут просто все. Пошло. Ой. Все переходим в ВК искать паблик срочно. Ну, только отсюда не выходите из Твича. Новую вкладку. Вкладку новую откройте. Село забыто, встречая элита, да. Да, Митринти, кстати, недавно я увидел, что это самый активный пользователь чата. То есть самый активный в чате зритель. У меня есть такая статистика где-то. Наткнулся на нее. Это же высшая степень юмора, когда он бьет не в глаза, а завуалирован. Конечно, это очень круто. Вот. Ну, я вообще за юмор на занятиях 100%. Да. Потому что... Мне кажется, мне вот единственное, что мне кажется, что когда юмор, он становится, когда он занимает много времени, и вот какой-то прям, я не знаю, 2 минуты потрачен просто на юмор, и все, то есть когда это не в контексте, а просто, типа, нам надо сейчас пошутить, чтобы разрядить обстановку, поэтому давай пошутим, ха-ха-ха, 2 минуты, и все. Вот это мне не очень нравится, когда, ну, мне кажется, что шутки хорошие всегда рождаются в контексте, ну, конечно. И важно, чтобы они на танцевальных занятиях рождались в танцевальном контексте, а то вот иногда, ну, ладно. Не будем снобствовать. Но просто мне интересно, вообще видел ли ты такое, чтобы вот прям кто-то выжимал из себя юмор? Я просто не видел в целом, я просто видел какие-то, ну, скажем, не совсем удачные попытки развлечь публику, но так, чтобы... Ну да, да, знаете, как будто бы нажать на триггернуть что-то, а не получается. Люди как бы, ну, сейчас танцуют, там, у них вот здесь трипл-степ как-то еще не укладывается очень ровным слоем потихонечку. А тут какая-то шутка, и это, ну, может быть, не тема. Ну, ладно, я думаю, что... Ну, да, у меня к тебе вопрос. Да. Прости, пожалуйста, Игорь. Да-да-да, давайте. Когда ты был на занятии по линдихопу в последний раз? У кого-нибудь? Мы не считаемся? Мы не считаемся. Ты так говоришь, как будто бы это такой опыт посещения занятий? Прости, пожалуйста. Ну, ты хорошо подметила. Я, честно говоря, не помню, когда я был последний раз на линди-хоп занятии. А нет, когда, по-моему... Ну, так вот, чтобы я прям участвовал в нем. Чтобы ты там был больше, чем... Ну, 50% класса, чтобы ты видел, хотя бы видел. Слушал, чтобы ты... Ну, мы были... Помнишь, мы были в Херанге у Дони Лесосой?
вообще класс, который поменял нашу концепцию Линди Хопа и базы Линди Хопа. И там, конечно, было не за смехом. Мне кажется, мы были очень возмущены. Это было в 2017 году. Давно. Давно было. Ну ладно, наверняка я был на занятиях, но просто нифига не помню. Прости, пожалуйста. Да не, ну, блин, я тоже очень давно был на занятиях по Линди Хопу, на самом деле, наверное. Да. Ну так, чтобы долго. Как было? Да я даже не помню, когда это было. Шутили там или нет? Мне очень сложно об этом судить, потому что, мне кажется, я из тех, кто шутит больше, выше среднего, в смысле, чаще среднего. Вот. Чаще среднего... преподаватель. Да, 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 да. Ну, возможно, возможно, мои уроки можно называть шоу в каком-то. Но, опять же, все зависит от темы, понятное дело, от настроения. Но у меня это... Я, может быть, вы слышали эту историю. Ко мне это пришло из... отчасти из-за того, что просто я такой, а отчасти из-за того, что я вспоминаю занятия по музыке коллективные. Я совсем недолго занимался там в течение полугода. И там все коллективные занятия, которые были там сольфеджио или, например, класс ансамбля, что там, если начинался ржач, препод вообще никогда не останавливался, а только вкидывал масло в огонь и объяснял это тем, что это очень важно для импровизационного мышления, как бы перерабатывать юмор, типа все время искать, чтобы, ну, мозг, он как бы работает, примерно одни и те же отделы работают на реагирование и выдачу другого ответного материала, как бы юмор, он в этом плане сиюминутный, ситуативный, он очень подходит, и это часть прокачки на самом деле, такая да, мысль, да. Такая, типа. Очень круто. Да, я абсолютно согласен, все-таки у нас же импровизационная культура. Вот, да. Я руководствуюсь вот этим скорее. О, да, там в чате очень много чего прикольного, мне кажется, пишет, да, типа, Оля, привет, так. Ира, привет. А, мне кажется, или это вопрос из игры, какой, что, занятие или танцы? Вот это все. А, да, занятие или танцы, это Миша спросил, да. Причем вопрос нас... Тебе. Был ли ты на занятиях у кого-нибудь, кроме себя, последние 3 года? Или нет? Последние 3, наверное, нет. Да, так я последние 3 года, наверное, ну, может быть, там 3 года назад, 2-3 года назад, может быть, по Бальбоа был, а вот по Линди Хопу, например, нет. По Бальбоа я тоже был. Да. Так что, да, это не в счет. Игорь мог бы приходить на чужие занятия и там шутить. Да, это меня выгонят точно тогда. Супер. Мне кажется, надо Игоря интегрировать в наши занятия. Это было бы классно. Маша. Какой-то проект рождается, мне кажется. Да. Миша пишет, мне кажется, на уроки Игоря вообще давно надо билеты продавать. Спасибо. То есть я надеюсь, не как в Кунсткамеру, а типа... Вот, Summertime продает. Ну да. Игорь, к тебе... Действительно... Игорь, к тебе иногда партнеры приходят на занятия именно к тебе, так как твоя харизма помогает разряжаться после рабочего дня. А почему только партнеры? Партнершам и так нормально. Партнершам пофиг вообще. Разряженный, не знаю. Немножко сексизма. А есть преподаватели, чьи стили работы нравятся и чьи фишки хочется перенять? Это хороший вопрос, но опять же, мы очень мало у кого бываем. Ну... Вот мне кажется, что то, что мне хочется перенять в последнее время, так это какую-то доступность, прозрачность изложения, инклюзивность и нетоксичность, и какая-то, я не знаю, какая-то корректность в том, как что называется, какие-то навыки, которые... не будут рождать в учениках странные, ну, негативные, на мой взгляд, какие-то черты и танцевальные, и социальные тоже, да, как обращаться, ну, как формулировать фразы, как учить людей коммуницировать и так далее. То есть это не столько про харизму и манеру, пока что я это исследую в себе, а вот именно какое-то, чтобы это было корректно, и чтобы я не преподавал, просто не судил всех по себе, да, как-то пытался... общую картину видеть всех учеников, и чтобы никого не задеть, чтобы всем было комфортно, и чтобы без лишней токсичности, простите за это слово. Вот, да, что-то такое, скорее вот, да. Я тоже, кстати, согласен. Маша, ты? Мимо того, что сказал Даня, я могу переформулировать или добавить. Хочется простоты какого-то объяснения, танцевального, и чтобы... Потому что у меня точно был перекос в каких-то деталях,
сложная доступность. Казалось, что вот люди пришли на занятия, нужно, чтобы у них еле получилось, или чтобы это была какая-то вишенка на торте, знаете, там. Вот мы сейчас сделаем свинг-аут, а потом сделаем такой свинг-аут, что вообще. Я помню, был один день, не помню, когда он был, может быть, в течение прошлого года, когда я проснулась, я поняла, что я никогда в жизни не дам занятия на том уровне, на котором я сейчас нахожусь, потому что никто в мире не находится на том же уровне, на котором я, не в том смысле, что он высокий, а он просто вот, у меня есть личная гора роста, и я стою на этой горе. Она там как бы растет вместе со мной. Если я буду пытаться тащить всех учеников в эту же, на эту же гору, это будет довольно глупо, и я никогда не подготовлю занятия. И, ну, то есть это такая мечта, которая никогда не сбудется, и не нужно туда вообще никого на эту гору. Она лично моя. И вот нужно найти какой-то очень универсальный язык, который был бы близок к жизни каждого человека, и который бы включал всех людей в этот язык. То есть чтобы это было просто, очень, просто понятно, и чтобы это транслировало не только танцы, но и жизнь, и, соответственно, мое отношение к жизни. Если это не если это только про трипл степ, как про движение, не знаю, куда поставить ногу, то это довольно, ну, это начало. Я бы хотела, чтобы это было не только про трипл степ, а про то, что вы чувствуете, когда вы делаете трипл степ. Зачем вы решили делать трипл степ вообще? Почему с этой ноги? Почему так? Вот. Да, я согласен. Интересно, да, мне интересно. Нравится, как ты сформулировала. Вот ты говоришь включить. Вот здесь Наташа спрашивает, что я имею в виду под инклюзивностью. Вот именно, ну, инклюзив, именно включать людей с разным опытом и с разными потребностями и желаниями. Да, то есть не говори, что все, я не знаю, такие вот амбициозные парни, как я, такого роста там и вот с такими привычками, с таким бэкграундом, да, у людей разные, очень разный жизненный опыт, очень разные потребности, да, зачем они пришли, и вот максимально охватить это от, да, от банально того, что у всех разные тела, до того, что использовать корректный язык, например, в плане ролей, да, не говорить там мужчина и женщина, не дай бог, или, может быть, даже подумать иногда про партнера и про партнершу, потому что, ну, как бы, можно судить по одной модели, но нельзя исключать, что люди могут хотеть танцевать разные роли с людьми разного гендера и, как бы, по разным причинам, да, вот, ну, и так далее. То есть, чтобы всем было комфортно, чтобы человек не приходил и понимал, например, если женщина приходит танцевать, и она понимает, что здесь просто, ну, мы партнер вот так вот орудует ими вот туда и вот сюда, да, как бы, ну, вот сейчас партнер решил, и, а что касательно партнерши, да, вот, ну, такого рода инклюзивность и так далее, чтобы не судить всех по себе, да, а пытаться понять, каков вот этот вот, как можно охватить весь этот опыт и сделать универсально, просто, и чтобы всем было комфортно и интересно. У меня есть тоже такой пример инклюзивности, ну, Даня уже сказала про партнеров, если мы всегда будем называть всех партнеров мальчиками, а всех партнеров девочками. Я, если я партнерша и не чувствую себя девочкой, я не включена в круг девочек, соответственно. Ну, в смысле, например, я не люблю, когда меня зовут девочкой. Вообще. Особенно какой-то непонятный... Я тоже. Ну, вот, как бы, есть несколько людей, которые могут меня так называть, но в определенных ситуациях. Но вот так в целом, чтобы я пришла на занятие, меня называют девочкой. Девочки, вот давайте. Я так: а может, я сегодня чувствую себя не девочкой, а прям такой, прям вот, я готова на все, но я точно не девочка, у меня другое настроение. Ну, как бы, у меня есть роль в этом помещении, она по-русски называется партнерша, можно сказать фолловер, потому что это, ну, это не важно. Или если, например, тоже про этот же пример есть, раньше я слышала и сама так говорила на занятиях: вот мы как принцессы ходим по прямой. Я не помню, это буги-буги там 10 лет назад, примерно такое время этого объяснения. Девочки, как принцессы, ходят по прямой. А если, опять же, это девочка, которая не девочка, она и не принцесса, и что же делать-то? Ну, то есть это такие маленькие моменты, но если посмотреть на людей, которые преподают, и послушать, что они говорят, мне кажется, важно это фильтровать, и не только во время преподавания и танцев, а вообще в жизни. Просто это такая преподавательская комната, в каком-то занятии — это место, где можно это транслировать. Угу. Да. Круто, круто. Интересно, я так задумался, что, с одной стороны, абсолютно просто под каждым словом,
Но мне, например, иногда наоборот не хватает, по моим ощущениям, мне хочется дополнить свое преподавание большими сложностями, например, большими познаниями в каких-то тонкостях таких, которые, скажем, там, технику танцевальную со своей позиции я могу довольно тонко объяснить. Но, например, знание истории, например, бэкграунда у меня недостаточно. И это прям плохо. Я, кстати, очень жалею, что я пропускаю те лекции, которые вы... Я вовремя не услышал вообще об их начале, которые вы посещаете. Даня, Маша, если что, они посещают еженедельные лекции Алины Сокульской по истории танца. Да, The Sound from the Cat's Corner. На английском языке очень, мне кажется, Алина прекрасный носитель многого, что можно взять в этом плане. Мне очень немножко интересно. Жалко даже, что это не супер массово было как-то, ну, не знаю, как-то, по крайней мере, реально вот я умудрился, вроде находясь в этом всем информационном пространстве, пропустить это. Уже когда у нас с ней было интервью и беседа на Quick-Quick-Show еще на YouTube, у меня всю беседу не оставляла вот эта мысль, которую я еще обязательно с Федей обсужу в пятницу, что есть люди, у которых... энергия, направленная на познание, просто колоссальная. И они, как собиратели этой энергии, могут стать крутыми такими трансляторами, нельзя как сказать, но типа они могут транслировать все эти знания людям, которые не могут, не обладают такими инструментариями, такими инструментами, как бы все это узнавать. Я, например, не могу так копать, не знаю, в силу каких-то там своих характеристик и устройств. Ну вот. И очень круто, что она делает реально это. Так что, друзья, да, но это же исследовательская деятельность. Это не хобби тебе там triple step туда и rock step сюда. Да, да, это настоящее академическое исследование. То есть это немножко другой уровень. Да, и немножко это другой уровень. Ощущение, что она этим занимается лет 10. И она нам дает такие маленькие нюансы исторические. Помимо того, что это очень... Мы начали историю, я уже тоже Игорю говорила, с 17 века, и мы до сих пор за 4 лекции где-то еще 17 и начало 19. То есть это прямо истоки, бэкграунд, контекст, и я думаю, что если кому-то будет интересно, вы напишите Алине, она вам даст доступ. То есть так мы не можем смотреть все эти лекции подряд, но она говорила еще в лекции, что если вы пропустили, и вы хотите догнать, напишите мне, мы все... Можно попробовать, да, можно попробовать. Это реально очень интересно. Каждый понедельник вечером она делает трансляцию для тех, кто подписан на нее на Патреоне. И это меняет... Все слушали исторические лекции, но я с такой подробности еще ни у кого не видела, не слышала. И главное, у меня не было сил до этого этим заниматься, а вот теперь есть. Да, она как бы этим занялась и это сделала, и теперь можно это в таком готовом виде. Ну, потом, понятное дело, можно по этим ниточкам уже все читать, куда-то лезть, углубляться во что-то конкретное. Но это, мне кажется, это очень важно знать, как минимум нам, как преподавателям, чтобы понимать, в каком контексте мы находимся и так далее. А, конечно, и ученикам тоже, ну, любителям. А с чего мы начали эту... Что это то, что можно было бы добавить да, в свое преподавание. Мне, например, абсолютно это... согласен. Да. Абсолютно совершенно. Да. Абсолютно. Вот. Причем даже неизвестно, как бы буду ли я это добавлять, например, для большинства учеников, которые приходят вот только там с нуля, только-только, но мое собственное понимание этого бэкграунда, мой собственный фундамент, как бы, он станет крепче, сильнее, и из-за этого как бы немножко по-другому будет все складываться. Да. Даже если прямым текстом не включать эту инфу. Но, Игорь... Да, в первую очередь, мне кажется, именно для сам, ну, как бы для личности, которая транслирует Линди Хоп, скажем, это, мне кажется, очень важно. Просто даже то, как ты это делаешь, да, как я это делаю, может поменяться сильно от этого, при том, что ты можешь напрямую не цитировать ничего и ничего не рассказывать. Просто понимаешь, что, собственно, что есть вот эта культура Линди Хопа сейчас, которую мы имеем. Да, и так далее. Что, может, ты хотел сказать? Я хотел пошутить, но ты так хорошо серьезно сказал, что я даже не знаю, с кем будет. Прости, пожалуйста. Да хочешь, мы отмотаем? Нет, ты прекрасно сказал. Недавно на Netflix, ну или как недавно, появилась эта серия «Черного зеркала», где ты можешь выбирать, куда дальше идет сюжет. Типа ты кликаешь, что дальше сюжет развивается сюда. И если там что-то не так, то он раз и перематывает тебя назад, ну, принять другое решение. Вот это прикольно, кстати. Надо посмотреть. У нас вроде есть на это. Не могу, кстати, сказать, что мне прям супер зашла сама серия. Ну, вот как бы, ну, просто механика крутая, интерактивная серия. А сам сюжетно как-то, ну, нормально, ну, вот. Так, привет всем, чьи сообщения пропустили. Привет, ребятки, спасибо, что присоединяетесь. Так, были ли какие-то вопросы?
Тульский привет от Ксюши Филиппа. Привет-привет. Очень интересно, как то занятие в Херанге перевернуло концепцию линди-хопа для вас. О, ну это прям... Как-то это рассказать так, чтобы было коротко и чтобы... Ну, давай скажем... расскажи, что до было, а ты расскажешь, что было после. Давай. До того, как мы посетили это занятие, мы занимались сначала 5 лет, 4-5 лет буги-буги только. Сначала отдельно, потом вместе соревновались. Потом мы начали танцевать линди-хоп, но для нас линди-хоп изначально это был второй день соревнований Кубка танцкласса, например, или Султана Свинга. То есть это была идея такая, что вот в субботу мы подготовились, фишки все отрепетировали на буги-вуги, а в воскресенье запал остался, и мы пошли в воскресенье. И все эти фишки туда вот на пол. Да, полная. То есть я помню, даже, по-моему, Игорь, это был ты, и ты мне, мы с тобой на втором этаже пытались танцевать свинг-аут, и я не понимала, как ходить прямо на свинг-аут, да? Был какой-то день, и это был прямо перед соревнованиями, и мы вышли в финал, и так, Игорь, как ходить вперед? Ну, то есть было все примерно так. И мы немножко развивались в линди-хопе, конечно, пытались как-то его выстроить в своей голове, и начали таки выстраивать, но у нас не было преподавателей. Мы никогда не ходили никому на занятия по линди-хопу. И в нашем общем мировосприятии линди-хоп все-таки отпочковался от буги-вуги, и вкусы были какие-то привиты из буги-вуги. Например, что должно быть очень музыкально, то есть если... Не знаю, Let's Get Together, мы делали как-то номер, классный номер, кстати, под Дюка Эллингтона. И там видно, что все, что было спето, все было отыграно. И в этом был как бы кайф. А потом я посмотрела каких-то Дони или Осу, и они под эту же песню делали импровизацию трибьют Фрэнки Мэнингу. И я смотрю и думаю, боже мой, какой ужас вообще. Как это? Ну, я помню свои, это мои субъективные ощущения на тот момент, я знала эту песню просто by heart, и я вот это они не слышат, или как можно так, они такие преподаватели 20 лет танцуют, ужасно, отвратительно, как, и все хлопают, ну, то есть у меня был такой, это было гарно, вы можете посмотреть оба видоса, это, ну, прикольное просто такое восприятие. Да, я прекрасно помню. И тогда мы там... еще не знали, что афроамериканской культуре присущна, и африканской культуре присуща такая черта, как многоголосие, например, да, что ты можешь быть инструментом вместе с музыкой. Мы думали, ну, как бы метроном. Ну, в общем, да, многого не знали. Типа звучит труба та-та-та-та, и мы обязательно должны сыграть вдвоем, чтобы все увидели. И... Но при этом уже как бы линди-хоп у нас был более-менее нормальный, то есть уже ходили на вечеринки, как бы мы уже занимались отдельно от буги-вуги линди-хопом, но все равно как бы дерево, если представить как буги-вуги, такая большая толстая ветка, был линди-хоп. И мы поехали в Херанг, и я начала следить за Дони Лимоси, и я помню, да, Даня присылала видосы и говорила, фу, как они просто... Простите меня, все неплохо, но просто в тот момент еще возраст такой интересный. Ну, казалось, что это странно, что это не, что-то непонятно. Но мы это смотрели на современных танцоров, которые двигали немножко другую историю на Ютубе. Так как мы были самоучки, нам никто на занятии не говорил вот этих элементарных вещей, которые как бы мы потом, до которых мы потом уже сами дошли. Ну, как бы это хорошо, что мы сами дошли. Да. И вот, исторический момент, Херанг, митинг, на котором Оса говорит: на следующий день у нас будет открытое занятие для всех преподавателей, приходите. А мы как бы активно думаем, что это некрасиво, а некрасиво — это плохо, и, ну, как бы, понятно, что некрасиво — это вообще очень странное понятие, которым не надо оперировать. Но в тот момент это было так. И как бы было еще вот это вот, знаете, когда кто-нибудь делает такени, с определенными руками, и все взрываются, и непонятно почему. Вот это тоже была история. И мы решили, да, что пойдем. Вообще это значит? Вот непонятно. Вот. И дальше рассказывает Даня. Он у меня там. Так что... Да, и мы... да, ты у меня сверху. И мы пришли на это занятие. Так вот, ну, понятное дело, что нас было трое. Мы с Машей и наш большой такой скепсис с собой, который мы взяли в охапку. Такой вот с нами он пришел, значит, мы ему посадили и смотрим. И, значит, они что-то там... И сразу начинается занятие. Они как начнут вопить, что-то там петь. И нам, ну, как бы уже непонятно, почему люди поют в самом начале. Совсем не ясно.
Вот они нам сказали, вот давайте споем, а потом это протанцуем ногами, и потом куда-нибудь на этом пойдем. Да, вот такая простая концепция по-человечески. И это было очень интересно и прикольно. Для меня, у меня вот последняя фаза моего роста была в том, что я себя считал всегда частью пары, а то, что я могу снять ответственность за другого человека и сам быть, это вот было, было большим открытием, мне кажется, последние годы 4. Может быть, 3. Было потом последнее, еще одно открытие, я потом тебе расскажу про него. Хорошо, да, потом ты можешь мне куда-нибудь, знаешь, написать в наш приватный чат. Шутка. Вот, ну, надо уточнить просто на всякий случай. Вот, и это была очень такая интересная часть, я думаю, ха, вот я, ну, понятно, я так каждый дурак может там ля-ля-ля, triple steps, что-то такое. Ну, было классно вообще, я получил много эмоций. Что мне очень не понравилось в этом, это то, что она говорит, вот сейчас swivels у нас, твисты. И кто-то спрашивает, по-моему, ты, Маша. Я? Оса, а что, если кто-то не понимает твисты? Это один первое один. Занятие. Все-все, да, это первое занятие. Это первое занятие, вот они имитируют первое занятие. Первое занятие, Оса, ну что ты сделаешь? И говорит, ну я подойду к ней и буду рядом с ней делать твисты. А Маша, мне кажется, педагогическая какая-то жилка. А что, если у нее все равно не получается? Да. И Оса такая, ну я буду делать рядом, пока не получится. И вот это, ну, конечно, мне кажется, мне до сих пор кажется, что это педагогический прокол. Все-таки важно в какой-то степени уметь что-то как это, разложить что-то на более простые единицы. Все-таки это же не, опять же, вот что, чем больше думаешь про историю, это не наша культура, и у нас должны быть инструменты ее перенимать, потому что она совершенно иная, чем то, что вокруг здесь нас. Поэтому часто нужно считать, а потом чувствовать, а не наоборот. Потому что кто-то может не почувствовать вообще. Но это отдельная тема. И вот потом как-то потихонечку мы поняли, что это куда более универсальный способ. Да? У нас как бы были какие-то стереотипы из буги-вуги, как нужно объяснять. У нас, то есть как бы мы могли максимально дойти до простых элементов, но triple step все-таки был не пошатываем. Я бы сказала, что да. Прости, пожалуйста, быстренько. Да. Основной конфликт был в том, что у нас был язык разума. Там тоже он был. Мы просто объясняли через цифры. И мы... аналитический подход. Как бы, как ты объяснишь человеку через цифры, через какие-то понятия, не почувствуя, что это... Вот знаете, такой голубой с ванилью, и танцуй так. А как бы вот вам нужно представить, что есть круг, инерция, тра-та-та. И это очень классный способ объяснения. Но в тот момент почему-то мы очень отошли, наверное, из-за буги-вуги. С этой точностью и четкостью мы отошли от простых понятий человеческих, как можно было передать. Ну, опять же, про инклюзивность, да? То есть мы явно хотели научить вместе с учениками и себя, да, мы поверили, то мы как бы проанализировали миллион видео и своим полуискусственным интеллектом все это сложили в какую-то картинку, вывели правила и какие-то законы, которые очень помогают, и потом, оп, и начали как бы таким образом сами танцевать и людей учить, и до сих пор как бы это работает, просто есть более широкий спектр того, что люди вообще хотят делать. Может быть, потому что большим открытием может стать для преподавателя танцев, что люди приходят не учиться танцевать на занятия танцевальные. Это просто фантастический нонсенс и как это еще? Парадокс. Вот. И, ну, и с тех пор мы поняли, что это куда более универсальный способ. Да, мы поем телом, мы куда-то двигаемся. И вот эта концепция независимости и ритмичности, да, ритмического диалога, и каждый принимает решение за себя, и нет ведущего и ведомого на самом деле, это стало как бы нашей, то есть это прорвало наш пол еще на один этаж.
Да, то есть то, что мы преподавали, мы до сих пор так как бы считаем, и все так и работает, и все отлично, но просто еще более базовый уровень у этого появился. Uh-huh. Да? Самый такой доступный, простой. Ты, значит, ля-ля-ля что-то поешь ртом ритмичное, потом это же хлопаешь ручками, потом хлопаешь ножками, и вот у тебя уже и basic, но только тебе об этом не нужно знать. Ты просто синкопируешь восьмую перед каждой четвертой долей. И потом ты с кого-то встречаешь, и вы вместе двигаетесь. Но вы принимаете, и один принимает решение двигаться, и другой тоже должен принять решение. Да, я двигаюсь с этим человеком, с которым танцую, в том направлении. Да, и это немножечко разбило видение ведомость и то, как танец вообще строился, и, конечно, дало очень много свободы просто. И это как бы поменяло то, как мы преподаем людям с нуля. Мы, ну, понятное дело, мы не просто даем класс Дони Алисосы, а мы просто взяли то, что больше всего отозвалось, да, тот месседж, который, то сообщение, тот посыл, который они хотели дать, ритмичность, независимость и принятие решений за себя мы постарались перенять. И это, конечно, не то, что оно сместило или обнулило нашу власть в линдихопе, оно дополнило, да, этот диапазон, расширило диапазон. Вот. Mm-hmm. Так что таким вот образом Дони Алисосы поменяли наш линдихоп. Хотя, конечно, об этом все говорили вокруг, но это вот был какой-то такой момент. Ну, все говорили в другом каком-то контексте, в другом соусе, в том, что вы должны быть исторически правильные ребята, обязательно делать, как другие ребята. Еще Дони Алисосы говорили странные вещи. Например, они говорили, что когда вы стоите с партнером, вы должны хотеть своего партнера. Помнишь, что-то такое было, да? Mm-hmm. Да, ну, то есть сейчас давайте не будем говорить, это правильные цитаты или нет, но это вот ровно то, как мы помним. Тут никаких наездов нет, они замечательные люди, которые двигают свою точку зрения, и отлично, что они ее двигают, хорошо уравнивают тусовку. Может быть, они это не имели в виду, но мы оба так услышали, что вы должны как бы, ну, я не знаю, романтически, сексуально хотеть друг друга или как-то быть... чтобы у вас была какая-то химия друг между другом. Хотя мне кажется, что это... так, если так все будут танцевать, то у нас большие проблемы в линдихопе. Да, это тема такая еще на отдельный стрим, я думаю. Вот, давайте сейчас немножко переклеим. Это прям из Фейсбука, да? Из прошлогоднего Фейсбука прям сюда к вам в Твич. Прямиком, да, с опозданием на год. Простите, что я привезла. Это маленький пример того, что мы взяли то, что нам пришлось по душе. Все. Да. Я только к этому. Да, ребятки, сегодня чатик очень активный, продолжайте в том же духе, но если мы что-то важное пропускаем, вы не стесняйтесь повторить это, да, очень много вопросов было, очень важных, Даня, почему ты на фоне ковра, расскажи историю ковра. О, это вообще самое важное на сегодняшнем стриме, да, это, да, разумеется, ровно так же, как как линдихоп, это, разумеется, самый элитный танец на свете, также и мой ковер, это самый элитный фон. Мне кажется, что... я даже не знаю, откуда он взялся, на самом деле. Он просто здесь на кухне, и у меня всегда есть выбор. Либо я очень как-то узорчисто и цветно оденусь на стрим и буду на каком-нибудь черном фоне, или я буду в нейтральных тонах и на фоне такого элитного, элитарного ковра. Ну, вот если ты будешь, знаешь, если ты будешь в паттерне ковра на фоне ковра, я думаю, вот это реально роскошь. Вы знаете, вы не поверите, Игорь, вы не поверите, но это почти случилось сегодня. Я тому свидетель. А еще этот ковер очень подходит к цвету моей кофточки. Круто. Да, вы думаете, это спроста? А нет, не спроста. Даня подбирал ковер... А что вы думали про работу в паре? Все так и происходит. Да, вообще, на самом деле, уже очень много из этих вопросов про вашу парную работу, очень многое понятно. У вас очень круто соединяется мнение, и вы так прикольно его перепасовываете. Мы об этом поговорим. Но у меня сегодня в двух частях как бы есть такая мини-игра для вас, которая посвящена этой теме, естественно. Вот, и я думаю, что мы с первой части начнем, потом обсудим более серьезную часть вопроса, и потом можем еще поугарать. Ну, друзья, если у вас есть какие-то вопросы в чате, вы задавайте, если это даже будет по другой тематике, мы в свободное время потом обязательно ответим. Вот. Итак, игра у нас будет такая. Давайте сначала первое, что мы проверим, можете ли вы мне в Zoom писать личные сообщения? Вот откройте видел, чат, да? Да, откройте чат, и там можно выбрать, кому писать. Mm-hmm. Вот.
И надо выбрать, чтобы вы писали только мне, а не в наш общий чат. Это вот какой-то организатор, да? Да, вот Машечка мне написала, а Даня этого не должен видеть. И Даня мне должен написать. Даня, как ты думаешь, что я написала? Отлично, я просто думаю, сейчас... Я думаю, что ты написала приветик. Ты написал. Вот, друзья, ну да, я на всякий случай зрителям показываю. Тут довольно мелко, но все равно. Вот я вытащил на экран, что ребятки мне написали. Вот. Значит, игра очень простая, совершенно классическая. Я ее сам придумал, как только увидел на всех каналах YouTube. На всех. Да. Игра очень простая, называется BFF, Best Friends Forever. И заключается она в том, что мы будем как бы узнавать факты про ребят, а они будут как бы предполагать правильность этого факта. Сейчас объясню, как это работает. Например, я спрашиваю у Маши, сколько у Дани пальцев? И Даня мне в личку в зуме пишет, сколько у него пальцев. А потом Маша озвучивает. Она говорит 10. А Даня мне написал 20, например. 20. Да. И я говорю, Маша, ты не права. Даня мне написал 20. Как бы... Выкикиваем из чата. Нет, без таких последствий. Вот. А, соответственно, если она написала 20, и ты написал 20, это совпадос, все, Маша зарабатывает балл. Она про тебя правильно угадала факт. Окей, да? Да, Маша? Окей. Нам нельзя смотреть сейчас Twitch, правильно я понимаю? Да. Там это видно будет, да? Нет, я, кстати, не вывожу сейчас на экран, это больше как такая проверочная, подтверждающая история, но я думаю, что нам все равно все на слово верят, что так или иначе мы тут... Нет, мы заранее созвонились на 2 часа и все ответы прорепетировали. Да, давайте, поехали. Первые вопросы будут разминочные, они нищетово... Просто сейчас оба встречные, то есть вы оба отвечаете на этот вопрос, можно даже на самом деле, наверное, не писать, это просто разминка. Помните ли вы дни рождения друг друга? Да, мы же ведь летаем. Ну, неважно, давайте проверяем. А мы говорим друг друга, да, правильно? Да. 13 декабря 96 года. Good. Год не обязательно, можно... 16 июня. 94-го года, да? Так, отлично. Хорошо, эта проверочка прошла. Знаете ли вы отчество дальше, друг друга? Тоже по билетам. Кем выдан паспорт, да? Да. Паспорт, номер, адрес. Все, ладно, раз вы летаете и знаете все друг друга по заполнению документов и все такое, тогда даже вся эта размена... Номер паспорта не знаю. Ну, номер паспорта не будем спрашивать. Но могу узнать. Но вам, если все понятно, то мы сейчас тогда приступим. И первый вопрос для Дани. Пока я думаю, вообще на самом деле это может быть все очень просто, но у нас нет задачи сделать сложно. Давайте попробуем. Поэтому Даня, какой кофе предпочитает Маша? А Маша мне пишет в личный чат. Ну вот вы приходите в кафе, в кофейню, и Маша заказывает какой-то кофе. Наиболее вероятно, какой это будет кофе. А Маша мне пишет. Знаете, это, конечно, зависит от кофейни и от наличия овсяного молока в этой кофейне. Так, уже круто. И что это? Потому что если кофемашина хорошая, а мы, скорее всего, пришли в кофейню, в которой хорошая кофемашина, да простит нас Господь, то она возьмет, наверное, капучино, да, и, ну, скорее всего, на овсяном молоке, если оно хорошее, если это молоко или валио, или, как же оно называется, оутли. Короче, это дословно то, что написала Маша, капучино с овсяным молочком, и это пишу бал. Игорь, мне кажется, я скоро буду плакать. Почему? Мы очень давно не виделись. А, Маша, может быть, для тебя это посложнее, не знаю, но все же, что вот точно Даня не ест, не любит есть, не фу, противно, отстой, никогда не буду это есть. Даня мне пишет пока в чатик. Я же тебе говорю, я тоже тебе пишу, кстати. Я знаю, что это руккола и козий сыр. И это дословно, друзья, козий сыр и руккола, прям вот, прям дословно. И Маша тоже зарабатывает этот
балл. Отлично, друзья. Дальше. Даня, любимый Машин сериал или фильм? А Маша мне пишет. Это такие, такого, иногда эти вопросы, они настолько сложные, что человек сам не может назвать свой любимый. Но неважно, он, человек напишет, вот Маша напишет какой-то вариант сейчас, и совпадет или не совпадет. Я думаю, совпадет. Подожди, мне нужно написать. Так, а Даня думает, ему сейчас надо будет ответить. Да, Даня, ты, если что, можешь вслух говорить, соответственно, это Маша пишет мне. Хорошо, да. Я думаю, что это Marvelous Miss Maisel. Супер, да, и это правильный ответ. Тут еще был вариант Sex Education, вот, и Why Women Kill. Тоже попало бы, да. Да, но Marvelous Miss Maisel это сработало. Да, это на самом деле был первый бы ответ, но что-то я не очень подумала, я это... Нормально, нормально, нормально. Так, Маша... А в какую страну, на твой взгляд, Даня поедет без танцевального дела? Вот просто, скажем, какой-то отпуск там, просто сгонять. Куда поедет Даня? Даня мне пишет, а Маша... Даня мог бы написать, что вот сейчас Даня куда угодно бы смотрел. Нет, ну... Да, сейчас я подумаю. Но это вообще сложный вопрос. Куда бы я хотел съездить так вот, типа, в отпуск? Просто да? Вот, просто вот, да-да-да. Просто. Да, без танцевальных дел. Сейчас давайте мы подождем, пока Даня напишет. Я посмотрю, что он скажет своими губами, как будет писать. Он пишет, да, как, типа, диктует. Россия. Федерация. Да. Я, наверное, приведу несколько. Да, вот у меня есть в голове, Дань, у меня есть три варианта. Ну, главное, чтобы какое-то совпадение, да, такое было, и все будет засчитано тогда. Мне уже можно говорить, или ты еще пишешь? Даня, ты не написал еще, не вижу. Да. Я еще... Написал? Да, да. Германия, Франция, Америка. Да, Франция, США и конкретно Берлин еще написал. Берлин, я хотела написать Берлин, но сказать Берлин. Да, еще Англия там есть, но это однозначно прям попадание. Пока вообще стопроцентное знание, и надо сказать, что может показаться нашим зрителям, что это все это так супер легко. Я думаю, что совершенно немногие будут отгадывать эти ответы. Итак, Даня, на твой взгляд, если бы Маша была, например, преподавателем в школе, но не танцев. Какой бы предмет Маша могла бы преподавать в школе? Сейчас я подумаю. Это сложный для Дани вопрос, я бы вам сказала. Да, это гипотетический такой вопрос просто. Всех обстоятельств. Если выбирать именно из школьных предметов. Да-да-да, в целом из базовых или относительно базовых предметов, но Маша еще не написала, так что подожди, я скажу, когда Маша напишет. У меня есть вопрос. Да. Мне нужно говорить так, чтобы Даня угадал, или так я думаю, как Даня думает, или как я бы... Это интересно. Вы понимаете, вот это называется командная работа. Да, это круто. Смотри, давай, это хороший вопрос. Пиши так, как ты реально ответишь, но ты можешь прокомментировать потом, что, ну, там, типа... прокомментировать, что Даня бы сказал, наверное, так. Сейчас подумаем. То есть это что-то, что Маша выбрала, или кем она скорее ее бы сделали? Но я думаю, что это вот интересный вопрос. Потому что это разные преподаватели. Нет, ну, наверное... Можно четыре варианта, короче. Что бы меня сделали, как бы я подумала, как бы Даня подумал, меня сделали. Да. Нет, я не знаю. Я даже не хочу уточнять, потому что все это делает еще более веселым этот процесс. Ну, первое, что мне приходит в голову, это, конечно, ты написала? Нет, Маша еще не написала. Тогда пиши сначала. Да, пиши. Написала. Я думаю, что почему-то мне приходит скорее математика, алгебра в первую очередь. Так, а во вторую? Возможно. Ну, этику же не преподают в школе. Не знаю, я давно не учился в школе, поэтому... Физкультура, не знаю, возможно, физкультура, да, вот, но только физкультура не в том понимании, в котором вот вы ходили в школу, я-то в школу не ходил, я не знаю, что такое физкультура, я знаю, что такое физкультура, как, ну, как бы, физкультура, а да. Не предмет, так что мне кажется, скорее математика, алгебра, может быть. Ага.
Круто. И Маша написала музыка и математика, так что совпадение есть, поэтому мы... А музыку преподают в школе? Да, конечно, конечно. Почему у всех так плохо с музыкой тогда? Потому что там в основном все поют песни военные, по крайней мере, в мои времена все пели военные песни и больше ничего не делали там. Но предмет такой есть. Но, естественно, это засчитывается, потому что математику ты угадал. Так. Да, мне кажется, что музыку, да, ну Маша даже сейчас преподает музыку на самом деле. Да. А, поехали дальше. Маша, если в Москву приезжает какой-то гость, друг, не знаю, куда Даня поведет этого человека точно? Даня пишет. Хорошо, хорошо. Паша пишет в чате, что у него в пятом классе пели Beatles, и это просто прекрасно. И я бы хотел учиться вот в такой школе. Вот это я понимаю. Давайте, да. Пока Даня пишет, мы посмотрим чатик, потому что вот мне сказала Кристина Бень привет, и я передаю обратно привет. Привет, привет. Да, привет, Кристин. Привет всем, столько народу. И Лена, привет. А сколько людей вообще? 107. О, 107. Ой, это круто вообще. 107. Друзья, спасибо вам, что вы все здесь. Ну и дела. Здорово, что вы с нами. Надеюсь, что вы дома сидите. Планируете ли вы онлайн-классы по соло джазу? Вы с маленькой буквы. Это значит, мы вместе. Я думала о классе. Ты уже написал? Нет, еще. Ты скажи, когда напишешь, мы пока поотвечаем. Хорошо. Игорь, можно так? Да-да. Я знаю, что Даня планирует. Я могу за Даню ответить на этот вопрос. Как бы по игре. Планировали ли вы занятия по соло-джазу онлайн? Да, Даня планирует немножечко, но, насколько я знаю, пока он в процессе производства контента. Но он не стремится как бы захватить рынок сейчас. Как... Вот, потому что он дыхает. Рынок и так мой. Да. На самом деле нет. Нет, да. Вовсе нет. Да, на самом деле даже, к сожалению, нет. Да. К сожалению, парный вообще контент сейчас в онлайне вообще не интересен, только соло в основном, понятно. А возможны форматы. Я думаю, возможны форматы. Конечно, конечно. Друзья, мы покупайте мой онлайн-курс по музыкальности в Линдихопе. Да, покупайте курс игры. Мы с Даней собираемся делать онлайн-классы по Линдихопу. В будущем, в ближайшем будущем, но это будет не сейчас, пока мы в разных городах. Наверное, это будет сложно снять. Еще сейчас есть очень классный проект, который запускается сегодня. Можно я минутку рекламу устрою? Давай. Называется Check Your Dance. Моя прекрасная подруга Юля Басырова сегодня открывает такую штуку. Это сайт, на котором вы можете, такая платформа, на которую можете зайти и взять фидбэк у преподавателей, которые есть на этой платформе. И мне кажется, это очень классно. Такого еще не было в таком формате, в котором она это делает. Она же делала Followers Weekend, который был прекрасным. Было мало людей, потому что уже была изоляция почти в Москве. Я думаю, это будет повторяться. Она прекрасный организатор, человек, танцует очень много сейчас инди-хоп и соло-джаз. Вот. И если увидите Check Your Dance, посмотрите, что это такое, там все написано, и участвуйте. Хочу. Это круто. Вот. Итак, Даня мне написал, куда он поведет гостя в Москве. Если еда, то это будет место, которое называется Дом культур. Если кофе, это будет либо ABC Coffee Roasters, либо Flip. Если, ну, вряд ли, что же у нас есть, кооператив черный, может быть, это будет... Point 242, но я не уверена, что там есть, но это как исторически прекрасное место, тоже кофе. Из еды еще море внутри, если там есть, я не знаю, вроде все. Очень круто, потому что совпадений много. Point 242, Дом культур, ABC Coffee Roasters, Marketplace, Братья Караваевы и Flip. И Flip. Несколько поинтов оттуда назвала Маша, поэтому, конечно же, это бал пока... Ни одного мимо. Это очень круто, очень впечатляет. Идем дальше. Даня, если человек захочет познакомиться с вашим творчеством, какой ваш совместный номер Маша скинет в первую очередь? Один? Да,
один. И, Маша, тоже, давай вот сейчас будем строже. Давай будем строже, да, хорошо, чтобы кто-то наконец-то где-то провалился. Нет, на самом деле такой задачи нет, но все равно. Вот в первую очередь, вот человека нужно за один номер познакомить с вашим творчеством. И Маша скидывает этот номер. Какой будет этот номер? Маша скинула? Да. Это, мне кажется, что это будет Take the A-Train, и причем из Кореи. Take the A-Train, написала Мария, и мы продолжаем идти со 100% попаданием. Отлично. Take the A-Train. Супер. Все, если еще не посмотрели, бегом смотреть. Маша, каким, сейчас вот попытаюсь сформулировать этот вопрос, каким ритмическим скетом чаще всего на занятиях пользуется Даня, описывая ритмы каких-то, вот, какие слоги используют, понимаешь, да, вопрос, типа, какие слоги, какую болтовню, вот эту мамблинг, какой скет использует Даня чаще всего, вот какой он любит больше всего формулировку. Даня, пиши пока что. Сколько ты будешь писать, Даня? В смысле, пиши? Звук? Да, ну, слоги, имеется в виду, что... У меня же нет... Ну, ладно, я подумаю сейчас. Да у тебя есть, я знаю, ты что? Слог, ну да. Вот Маша знает, а ты... Окей, но это, мне кажется, другой слог, но давайте его дадим. Давай два слога. Давай четыре слога. Что за торговля пошла? Давай два и два. Они сговорились против меня, они играют против меня. Я разные выпишу. Я почти уверен, с какими слогами, например, я ассоциируюсь, хотя я использую миллиард разных там звуков. Не показывай, что ты делаешь, я же читаю все, Даня. Да. Прости, пожалуйста. Я сам пытаюсь понять, какие, блин, у меня слоги. Мне не было такого. Сейчас достану словарь скета. Не, ну да, слоги, выберу, какой мне лучше подойдет. Ну, я подумаю сейчас. Это забавно, потому что этот вопрос действительно, он скорее более очевиден человеку снаружи, чем изнутри, потому что изнутри ты просто генеришь такие вещи, а снаружи более понятно, что чаще вылетает, поэтому интересно. Тут неизвестно, кто еще поинт получит при совпадении. Что это может быть, Даня угадает правильно свой наиболее частый слог или звук. Да. Давайте так. Маша? Цум-ка-цум. Так-и-то. Цум-ка-цум и так-и-то. Цум-ка-цум есть. Даня написал цум-ка-цум. Сейчас, тогда есть еще что-то, да? Ну, неважно, нет, это все уже попадание. Ну, хочешь, если можешь попробовать отгадать. Давайте я попробую. Там есть еще одно. Еще, ну, если через запятую это разные, то два. Или Даня ставит знаки препинания в своем здании. Ну, цум-ка-цум, это уже было очень круто. Это компенсация отсутствия образования, да. Да, кстати, Паша пишет, что это конокола, это реально похоже. Цум-ка-цум, так. Тогда сейчас я скажу. Ну, подожди, не так-и-то и так-и-то. Это прям... Как ты не мог мне написать? Я разочарован в тебе. Даня, ты согласен, что ты так-и-то говоришь? Абсолютно, я абсолютно, но только если бы мне сказали триольный скет. А если долевой, по долям, то там немножко по-другому. Причем я сам не понял, я немножко попел так, закрытый. Ну, ты говоришь папара, ты говоришь бабушка-дедушка, кстати, иногда. Ну, это кастом, это прям такие особенные, да, из, ну, головы, а вот не из головы, ну ладно. Шубидупа, ты не говоришь? Ну, мы, короче, не будем мучить Машу Дзю, Даня написал там-пам и пуба. Да, такие, как бы, почти немножко в афроамериканскую культуру, но очень там-пам, рататам, парарам, это же все русское, мне кажется. А ты можешь... показать, как ты это делаешь, потому что у меня нет ассоциации с тобой и прежде. Там-пам-пу-ба, ти-да-пу-ба, пи-ди-ги-ди-дам, там-ту-па, та-та-ки-та-та-ки-та-цум-ка-цум, цум-ка-цум. Вот последние были для тебя, дед. Цум-ка-цум — это прекрасно вообще, цум-ка-цум. Засчитывается, разумеется. Так-и-то, да, так-и-то постоянно, я согласен, но так-и-то постоянно. Дальше очень простые вопросы. Заодно мы просто узнаем вас получше и узнаем ваши предпочтения. Даня, любимый Машин современный свинговый бенд?
О, ну здрасте, приехали. Свинговый бенд — это современный свинговый бенд, это вообще, это как еще? Ну вот, ну типа под кого на фестах прям круче всего танцуется, Маша? То есть на фестах все-таки, не в целом? Как из существующих. Да, да, ну я, да, про танцорские реалии, okay. Да, чтобы, скажем так, был назван. А мне нужно сказать, мне написать. Маше нужно написать, а тебе после этого сказать. Да? Нет. 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 У меня автозамена происходит. Это подсказка. И Даня, как знаток автозамены, такой, так, сейчас комбинации клавиш. Автозамена All Star Big Band. Отлично, Маша написала, и, Даня, твой вариант? Ну, мне вот приходит единственное, что так вот, если из того, подо что можно танцевать на фестивалях, то это, конечно же, Jonathan Stout and his All Star Orchestra something на Линди Фокусе. Угу. И это правильный ответ, конечно же, Маша написала. Маша, кстати, написала еще один, просто интересно. Догадаешься ты, и я засчитываю тебе балл. Еще но... один, а, так, давайте попробуем. А он, то есть, ну, это бенд из Swing Dance Industry, да. На него можно попасть на фестиваль, да? Да, да. Да. Подсказки даются тебе. Тебе не... да. Подожди, сейчас. Хрен тебя знает, знаешь, у тебя вкусы так быстро меняются. Вот это вот заява. Ну, в смысле, то есть, вот есть какая-то серая зона бендов, мне кажется, для тебя. Я не знаю. Но мне приходит Short Tail Stompers, но мне кажется, что это неправильный ответ. Short Tail Stompers, неправильный ответ. Потому что мы немного под них танцевали. Окей, правильный ответ в данном случае второй был бы Reverend Duke. Reverend Duke? Да. Ну вот это было сложно. Но все равно стал. А ты просто, когда была самая жара, и тебя не было в тот момент со мной. Понятно. Поэтому, наверное, ты не видел, как это было со мной. Так, Даня. Дальше вопросы такие сюрные. В надежде, что хоть где-то здесь у вас баллы начнут расходиться, а то пока вы идете нога в ногу со 100% попаданием. А мы соревнуемся? У нас есть чат, который пишет ответы, и это классно. Мне кажется, нужно их читать до того, как мы их говорим. Не, ну там, я думаю, что, во-первых, там в любом случае будет хотя бы один правильный. Вот, но ну, да, ребята перечислили много прикольных. Да, ну Оскар Питерсон, к сожалению, уже не с нами. Да. Наоми, мне кажется, что мне не всегда нравится вживую, именно как это звучит. На записях иногда классно. И потому что мне кажется, что мне не всегда нравится, как это звучит, мне кажется, что Маше тоже не всегда нравится. Потому что, ничего себе. А вы думали, я как отвечаю? Куда Маша поведет людей? Да, да. Когда они приедут. Да, осталось всего буквально пара вопросов, в смысле, две пары вопросов, и мы дальше посерьезнее обсудим, как вам это удается, потому что это уже фантастика, на самом деле. Это уже как-то нереалистично выглядит, но все же. Вот здесь возможны расхождения, потому что они более такие абстрактные. Какую одну вещь Маша возьмет на необитаемый остров? На Почему твой взгляд. Маша? Даню, я спрашиваю Даню. Почему Маша? Почему не кто-то еще? А, я просто, сори, что не по очереди вас спросил. Сори, хорошо. Давайте ответим на этот, потом, Маш, ты будешь на два подряд отвечать. Да. Значит, какую вещь Маша возьмет? Да. Именно вещь. Да, на необитаемый остров можно взять одну вещь. Маше такое задание дают, и она отвечает мне в чат. А ты пока подумаешь, что она может ответить. Тут, конечно, попасть наверняка сложно, но если это случится... Сложно, это... да, сложно. Приходят либо какие-то такие, так вот, либо ты... другие. Подожди. Давай пиши сначала. Почитаешь чат, с кем-нибудь поговорим, да. Прорекламируешь что-нибудь, а я буду думать. Да, пока Маша думает, мы с Даней смотрим... в чат. Что мы могли пропустить до обсуждения, до бендов, до предположения бендов, ребята обсуждали, кто что пел в школьные годы. Кто-то вот... О, да. Алла Пугачева. Это вещь, это что-то должно отвечать на вопрос «что?». Да. Что?
Даня, на самом деле, тоже, я думаю, что он будет думать, что Маша напишет, поэтому я пока займусь чатом. Спасибо всем, кто нажал follow. Друзья, очень многие сегодня прожали follow. Благодарю вас. Спасибо большое. Между делом, естественно, рекламирую иной раз, что в пятницу 1 мая будет стрим с Федором Недотко. Обязательно приходите, 19:30. Вот. А в воскресенье 3 мая будет стрим с Ильей Живым. Это танцор и хореограф Мариинского балета, Мариинского театра. И это будет интересно, потому что совершенно молодой человек добился уже довольно больших высот в этом деле. Это очень круто. Мне кажется, что Маша расстроена, что ей на необитаемый остров. Да еще и с одной вещью. Что вообще делаешь? Она написала, я не знаю, как это можно отгадать на самом деле, но давай, она написала. Она написала? Да. Даня, извини. Это, да, это вообще самая очевидная вещь, которая может быть. Нет, это может быть мислидом. Это может быть мислидом. Именно что, а не кто? Что? Это что? Да, это что? Что? Блин. Потому что если бы кто, я знаю кого. Я не знаю. На самом деле это дурацкий вопрос, Игорь. Это совершенно стандартный вопрос, который не я придумал. Это классический вопрос. Сейчас придумаем. Маша... Не знаю. Ну тут как бы... Давай, раз уж мы будем дурить, то давайте я просто скажу, что это либо гречка, либо туалетная бумага. Хороший ответ. Да, это хороший ответ, но Маша написала наушники Босс. Боссы, Бозы, Босс. Я подумала, что мне самое важное в путешествии. Наушники Босс. Машенька. Босс. Ну что, ты как бы их использовала? Это не важно. Без телефона. Я подумала, максимально смешно. Телефон был бы очевидным. Вот представьте, вы едете в путешествие, я мечтаю об этом, хотя недавно уже так не любила. Я думаю, что я беру с собой всегда, вот что супер важно именно в путешествии, ну, в самолет для меня. И вот это было первым, может, это шумо, подавляющее, звукоизолирующее. Ну, конечно, девушка едет на необитаемый остров и может взять с собой только одну вещь. Что ее будет беспокоить на необитаемом острове? Конечно же, шум. Поэтому Мария возьмет с собой свои звукоподавляющие наушники. Да, ну, явно не гречку, да, с туалетной бумагой. Да, это смешно. Ну, хорошо, это был сложный вопрос. Окей, тогда для Маши два вопроса. Один простой, один сложный тоже. Не знаю, насколько он будет сложный. Давай простой тогда, да, который я пропустил. Как и про бенд, тоже про... Танцы спрошу. Это очень просто. Я знаю, на самом деле, ответ на этот вопрос, но просто хочется, чтобы зрители это тоже узнали. Топ-1 фест для Дани. Можно я вслух? Да, это я просто знаю это, но хочется, чтобы еще раз услышали это зрители. Даня пишет, да? Да, да, написал. Линди-фокус. Линди-фокус, это даже прозвучало, да, это Линди-фокус. Так, у меня уже даже было обведено. Я могу сказать топ-2. О, интересно, подожди, а вот топ... О, так, ничего, а я не писал, написать? Напиши топ-2, да, топ-2. Ну, мы сейчас весь перечень не будем писать, да, но топ-2 интересно, совпадет ли топ-2. Это вопрос еще раз звучит, Линди Хоп Фест. Да. О, ну, вот это так классно. Да. Линди Шок. Линди Шок, да, отлично. Даже... Ну, давайте без написания просто, что вы думаете, топ-3, топ-4? Ну, Даня, ну, типа, да, как вы... Ну, что еще мне нравится? Да. Ну, давай, расскажи, что мне нравится. Ну, я же знаю, все, Jazz Roots и Херанг. Да, Jazz Roots мне очень нравится. Но как бы тут поди пойми, для меня это было такое, для меня первый Jazz Roots это было знакомство с этим всем миром соло-джаза и сцена для своего номера, ну, как бы возможность. Не на каждом фестивале можно прийти и аудитории, которая что-то понимает в соло достаточно хорошо, так вот взять и показать целый номер, чтобы тебя никто не прерывал и смотрели. И это был такой достаточно приличный лифт, этот фестиваль. А дальше я там преподаю, поэтому я обожаю просто тусоваться со всеми, ну, самыми крутыми преподами соло-джаза на свете на одном фестивале, ходить к ним на занятия. Поэтому я люблю Jazz Roots. Я не знаю, каково его туда приходить на занятия и на вечеринки. Вот. Ну и Линди Шок — это...
сборище, огромное сборище разношерстных танцоров, значит, танцоров и высокого уровня, и танцоров, которые мне интересны, и поэтому я бы туда тоже поехал, там можно найти на любой вкус и так далее. Если он, конечно, будет в этом году, это мы же говорим про прекрасную прошлую жизнь. Да. Ну и интересно, что при этом, при всем, при таком уровне крутых лагерей, все равно Линди Фокус на первом месте, поэтому, друзья, обращайте внимание, Линди Фокус — да, топчик для многих. Да. И давай, Маша, так-то более сложный вопрос тоже. Тут уж как совпадет, не совпадет, он совершенно абстрактный, как ваш Линди Хоп. Прям как наш Линди Хоп, да. Ой, Яся, спасибо за эту шутку, которую ты подарил этому миру. Маша, в каком фильме мог бы сыграть Даня из тех существующих, которые ты знаешь? Вот любые там известные кино, вот в каком бы он смотрелся органично, вот прям, что да, вот как ты его видишь вместо главного актера, например, ключевого. Может быть, даже не обязательно ключевого, если вдруг что-то приходит в голову. Wow. Даня, в каком бы фильме ты мог оказаться? Ну, в фильме. Давайте сузим круг поиска до фильма. Давайте. Вот. В каком бы ты мог органично оказаться? Так. Сейчас мне что-то вообще не приходит ничего. Дань, какой фильм? Подожди, а я-то откуда знаю, в каком фильме я мог бы оказаться? Нет, странный вопрос. Мне есть странный. Может быть, в каком бы ты хотел оказаться или. А, в каком бы я хотел? А. Ну, здрасте, приехали. Здрасте. Хороший вопрос. Это больная тема, на самом деле. Я очень мало фильмов помню по названиям. Ну, возможно, вообще это какая-то будет суперклассика, не знаю, который... Сейчас подумаем. Я там пока ржу с вариантов из чата. Ну-ка. Да-да-да. Да, давайте, Hell's a Poppin' не предлагайте тоже. Да, не предлагают. У меня есть охрененный ответ, но он немножечко... Личный? Не про фильмы. Я просто хочу что-то сказать. Я как бы это оберну, вот типа в ответ, но... Нет, ну есть такое прям, я вот прям знаю. Это уже круто, это уже круто. Это не фильм. Что, это сериал? И не сериал тоже. Не сериал. Ну хотя, может быть, есть поэтому и фильм, и сериал. Ну это подкаст? Фильм по подкасту. Ладно, хорошо. Ну давай, Даня, напиши какой-нибудь вариант, да, просто вот что-то... Ладно, сейчас что-нибудь такое... Даня, у меня есть любимый фильм вообще или нет? Я давно смотрел такой последний фильм. Вот я тоже думаю, то же самое я про тебя, я и думаю сейчас. Значит, это что-то должно быть не из последнего. Да, мне почему-то приходит какой-то странный фильм. Значит, пиши его. Нет, значит, пиши. Я знаю! Ну, если пришло в голову, то пиши, почему нет? Ну, это же... Пиши этот фильм. Что? Если это тот фильм, о котором думаю я, не пиши его, пиши другой. Да, почему? Пиши. Хорошо, давайте так. Вот, возможно... Хорошо, возможно, это... Ты думаешь, не стоит писать этот фильм? Нет. Слушай, а можно я тебе пошлю сообщение, и ты просто скажешь, это он или нет? Нет, а почему? Какой смысл-то? Напиши мне. Честно говоря, я не помню его название, но я уверена, что мы думаем про один и тот же фильм. Ну, это мы тогда обсудим после того, как мы закончим этот Ладно, бал. Да, мы можем потом. Но я уверен, что тут мы попали. Это я почему-то... Это мы еще меня... книгу с тобой хотели писать, да? Вот примерно, похоже. Да. Окей. Окей, ладно. Тогда выберем какой-нибудь еще. А мультики считаются? А я знаю! Не, ну тогда нет. А я не знаю. Подожди. Хорошо, да. Ну хорошо, давайте мультик. Давайте. Маша знает, хорошо. Теперь надо Дане. Один, да? Да, Дане надо понять. Это упростили мы, конечно, задачу немножечко, но неважно, все равно это прям интересный раз с фильмами. Не так пошло. Да, друзья, между прочим, да, спасибо. От балды, в общем. Спасибо большое. Спасибо большое.
Нет, ты смешарики? Ты, Маша, ты серьезно думал, что это смешарики? Нет. Могло бы быть и так, но нет. Даня написал Карлсон, который живет на крыше. Это прекрасный ответ. Я, конечно же, малыш. Так а чего с фильмом-то? Я думала, Даня, что балет «Щелкунчик» был бы отличным ответом. Балет «Щелкунчик», ничего себе. В джазовой обработке. В джазовой обработке. То есть мой, собственно, моя хореография, мой спектакль. Круто. Это круто. Да. Да, кстати, было. Я смотрел «Щелкунчика» с гостем воскресного стрима, друзья. Так, но так, а что за странный вот этот фильм? А не будем, это достаточно личная тема. А, окей, хорошо, ладно, да, это интересно. Так что подумайте, давайте, напишите в чате, что вы думаете. Мне очень понравился вариант «Лобстер», на самом деле. «Лобстер» я не смотрел. Посмотри. Мне нравится. У меня он в списке, да, у меня он в списке. «Лобстер» прикольно. Отлично, Сергей писал «Молодой папа». Мне, кстати, дико нравятся его туфли вот эти вот, которые замшевые, красные. Гордость и предубеждение. Как твой ковер, похож. Да. Так, ну все, последние два вопроса. А все уже, нет? Все, последние два. Потом еще попозже сыграем еще в одну игру. Так вот, Даня, простой вопрос, возможно. А возможно нет, не знаю, мы узнаем. Какой у Маши скрытый талант? То есть, который, например, в чате там большинство не знает. То есть, мы не обсуждаем танцы, да, понятно. За что... Талант. Да. В смысле, какая-то... Что-то она умеет. Это даже не может быть не в масштабе вида деятельности. Она что-то умеет. Ну вот. Я, например, умею делать вот так вот. Вот. Это мой скрытый талант. Отлично. Вот. Когда будем с тобой играть, я буду знать, что ответить. Да. Вот. Вот. Какой... Что-то умеет Маша делать такое... Что-то одно, Маша дофига всего умеет делать. Маша написала. Нет, это прекрасный, это прекрасный вариант ответа. Давай. Второе, это что вообще? Что вы смеетесь, а мне не видно. Сейчас ты узнаешь все. Так, ну, я думаю, что первое — это, конечно же, игра на фортепиано. Нет! Маша не написала это, хотя я подумал именно про это. Подожди, я так сказал, ну так нечестно! Маша может проводить финансовый анализ, если вам надо. Ого, ничего себе! Нет, это тоже не в списке. Нет, не в списке? Маш, ты что-то недооцениваешь себя. Да, я реально не подумала, что это вообще про другую историю. А про другую историю? А про какую? Да. Ну, только без подсказок. Ну, как Игорь сказал. А, типа, что ты можешь? А, ты можешь до носа языком, да? Да, это правильный ответ, это правильный ответ. А еще ты можешь вывернуть локоть наизнанку. Маша написала гиперактивность локтевых суставов. Вот, ну да, я это и говорю. Так сразу надо... Я умею поднять губу. Я подумала, что это ровно, ну, вот типа странная хрень, которую ты можешь сделать, которая вообще не имеет важности в этом мире. На самом деле имеет. В хореографии это очень впечатляет. Да, это очень впечатляет. Давайте тогда. Да, это жесть. Это вообще прикол. Ну и давай встречный вопрос, соответственно, Маша, вот чем бы мог прославиться Даня, кроме танцев? Такой примерно то же самое. Я откуда знаю. Ну, тоже имеется в виду, что сейчас ты... Сейчас скажем, да, вот... Что ты крутое смысле... такое можешь... Ну, считайте тот же самый вопрос. Что ты круто делаешь, за что тебя могут узнать, что типа, блин, ну вот, Даня, это же вообще спец в этом. Это не совсем тот же самый вопрос. Не совсем тот же. Но мы теперь знаем, чем известна Маша. Теперь в чате все знают. Ну да, мы как раз потеряли всю работу в течение карантина. И если станет вопрос, чем заняться, то тут все ясно для Маши. А вот что со мной, да? Ой, фу, это смешно. Значит, ну что, ты ерунду пишешь? Какую-то? Да, или не как знаю, какая-то ну, деятельность, знаю, которую что-то я ты мог умеешь бы... такое делать?
Не знаю, ребят, это не игра на стопроцентную правильность или еще что-то. Это просто... Мы так не умеем. Не на стопроцентную правильность. Как говорят на Твиче, это рофл просто. Рофл. А, окей. Просто чтобы узнать 4 вещи обо мне, да, скажем так. Да, промазал. То есть, типа, два варианта с одной стороны, которые правдивы, два варианта с другой стороны, которые правдивы. Ну, это серьезный вопрос. Дань, ты как будешь ответить? Серьезно? Ну, знаете, если хотите, я сейчас вам выпишу 20 строчек моих, как бы, замечательных талантов, это и круто. Ни капельки не преувеличу. Ну и просто Маше нужно будет угадать, что на первом или на втором месте тогда. Что ты в этом списке будешь? Это сложно, потому что... Значит, еще раз повтори вопрос, и мы как будто бы его не слышали. Хорошо, за какой навык или за умение чего бы то ни было Даня может стать, может прославиться, может стать известным. Не танцы. Я сейчас выпишу, что приходит в голову. Сейчас, это как бы мои таланты только начинают появляться у тебя в чате. Я же, ты же понимаешь потом, ты же понимаешь, что я потом понимаю, показываю этот чат людям. Да, да, да. Так что это немножко... Ну вот мне почему-то вот это приходит. Хорошо, это очень хорошо. Это очень хорошо. Да. Сейчас, подождите, еще что-то. Не пиши много. Не пиши много, на самом деле. Ну, скажем так, Маша должна знать... Да. Ну, во-первых... Нет. И мы затаились. Окей, вот мне приходят вот эти вещи. Ага, так, давай, Маша. Фотография. Есть. И это как обработка и как, собственно, как фотограф. Видеомонтаж и все, что связано с этим. Цвета. Это про фотографию. Угу. Дальше, возможность сформулировать мысли четко. Я не знаю, к чему это может привести, к философии, к... Там 3 пункта, анализу, поэтому... этике, просто вот такой хороший навык думать, что ты говоришь, и называть то, что ты думаешь, более точными словами. Mm-hmm. И наличие... Сейчас я как-то сейчас выражу сама словами. Умение... Что-то связанное со стилем, но на самом деле стилем не просто в одежде и как бы классно стильно одеться, а какое-то творческое видение, что-то в сторону дизайна, чего угодно, на самом деле даже не важно чего, это может быть и про одежду, про людей, это может быть и про, не знаю, то, как выглядят веб-сайты, это может быть про все что угодно. Блин, да, вот я это не добавил дизайн. Но мне кажется, а ты что подразумевал под моделингом? Моделингом? Под моделингом я подразумевал, что я могу сниматься, продавать вам, не знаю, одежду. Но вот мне кажется, да. Машины рассуждения были очень близки, и с философией ты угадала, и есть навык убеждения, спора, и есть фотография, конечно, так что ты очень многое попала, и это, конечно, бал. Я тоже хочу такой вопрос. Маш, так мы про тебя все знаем, у тебя гуттаперчивость, и что там? Языком донос. Я тоже так могу. Хочешь, я расскажу, в чем ты хороша? Давай. Я даже ничего писать не буду. Ты, особенно если не злишься, можешь очень классно к себе располагать и создавать прекрасную, какую-то такую располагающую атмосферу, в которой люди раскрываются, и сразу им становится хорошо и мягко. И часто даже люди говорят о таком на занятии. Ты слышишь меня? Вот ровно в этот момент звук заглючил в первый раз. Поэтому я слышал каждое слово. Ну, ты поняла. Я услышала про атмосферу и про то, что люди расслабляются. Ну, что ты создаешь, ты мастерски создаешь условия. Я создаю. Да, ты создаешь благоприятную среду, мне кажется, своей мягкостью, неторопливостью, бережностью обращения с людьми, и с пространством, и со всем. Ты можешь, в том числе, когда
кажется, что стресс и пора куда-то бежать, ты можешь правильно рассчитать силы и сказать, что сейчас мы спокойно займемся вот этим, все успеем, и 3 рубля. Еще, мне кажется, да, особенно когда не злишься, вот это добавляет из чата, ну, потому что когда ты злишься, конечно, гневу твоему ничто не препятствует. Но это тоже хорошая суперспособность. Если злиться в правильные моменты, и как бы как на занятии у Дони Лесоса, да, ты начала на своем тракторе наезжать. Да, я думаю, спокойно, спокойно. Только-только не скажи глупости каких-нибудь. You know, guys, sorry for my Russian accent, but you are not correct. Так было, наверное. Да, нет, ну, в том смысле, что у тебя есть разные стороны, и они очень классно в разных ситуациях проявляются. Просто, когда ты злая, мне самому страшно бывает. Не значит, что плохо, что ты злая. Вот. Ты очень, мне кажется, хорошо чувствуешь людей в плане того, когда уместно поговорить, о чем поговорить, как начать разговор, что упоминать, что не упоминать. Очень как-то ты чувствуешь контекст, и ты можешь правильно подобрать слова для правильной ситуации, чтобы никого не задеть и как бы не сделать какую-то, не сказать какую-нибудь ерунду обидную, например. Но при этом иногда ты можешь вот так вот просто какой-нибудь логикой и правдой, как бы слон в комнате, да, вот есть такое выражение в английском языке, все как бы должны, все как бы понимают, что есть вот такой вот какой-то моментик, но никто об этом не говорит, и такая, ну а вот как насчет этого? Вот это плохо. Давайте что-то с этим сделаем. Я так не буду работать. Это такая классная категоричность, которая мне очень нравится. И отстаивание своих позиций. То есть у тебя есть какой-то взгляд, ты будешь думать, ну нет, так не пойдет. Круто. Это развитый эмоциональный интеллект называется. Вот. Друзья, смотрите, что я могу сказать? Ну вот мне Антон в чате написал, что типа изи вопросы, да, типа Антон там на все бы ответил про свою партнершу. Я могу сказать, что я сам, например, про Кристину даже не на все эти вопросы отвечу. То есть это совершенно неочевидная для меня штука, что ребята ответили на все, кроме двух совершенно абстрактных вопросов, да, встречных, поэтому они на одинаковое количество ответили правильно. Но вопрос и не в баллах, естественно, а просто в том, что вы на самом деле очень сильно хорошо друг друга знаете. И отсюда как раз хотелось бы хотя бы побольше услышать таких более серьезных разговоров вообще, как вам конкретно удается продуктивно и комфортно сотрудничать, на чем именно в первую очередь главным образом строится эта продуктивность и комфорт, и ваши советы вообще в целом, ваши рассуждения, как людям, вот люди сходятся в пару, вот они решили попробовать, не знаю, вместе посоревноваться, или попреподавать, или просто потренить, или номер поставить, вот что-то решили вместе сделать. Как бы где самые подводные камни, где могут быть ошибки? Вот прям масштабный вопрос задаю, потому что прекрасно понимаю, что вы можете без рельсовых вопросов таких все это разложить по полочкам. Маша, начинай. У меня очень плохой контакт. Простите, сейчас немножечко про технику. Я слышу, что ты говоришь, но у меня ощущение, что у меня пропадает 2 секунды. Я слышу, я поняла весь вопрос, все услышала, но... У меня у вас все нормально? Да, мы тебя слышим хорошо. Да. Вроде бы. Ага. Я слышу хорошо. Да. Вот, все, отлично. Я поняла. Если что, мы просигнализируем, Маш, тебе, что что-то не так. То есть сейчас у нас все ок. Ну да, главное, чтобы ты слышала вопрос. Ну что, какие соображения на этот счет? Маша. Ой. Советы, да? Нет, ну на вот чем как бы на чем это должно... И на чем, да. Какие самые важные моменты здесь стоит осветить? Потому что, конечно, это очень широкая тема. Мне кажется, что в нашем опыте важно отметить, что мы сейчас у нас достаточно, ну, при том, что мы не встречаемся в общепринятом плане романтическо-сексуально каком-то, но при этом мы проводим времени друг с другом. Часто, мне кажется, больше, чем какие-то пары, которые друг с другом в таком плане встречаются. Да? То есть у нас такое партнерство очень плотное, и то, что мы сейчас вот на такой стадии,
просто-напросто обусловлено как минимум тем, что мы, наш опыт, который мы разделили, что-то, что мы пережили вместе, это просто огроменный пласт. Да, мы в стольких ситуациях были вместе, в стольких ситуациях видели, как один принимает решение, как другой человек принимает решение. Через столько прошли кризисов, и, слава богу, успешно, которые помогли нам вырасти в итоге, что надо понимать, что это просто долгое время. Мне кажется, что в любом партнерстве очень важно разграничивать, где, как бы, чем мы занимаемся тут, да, то есть если люди обычно собираются и начинают тренироваться, мне кажется, очень важно сказать, вот мы этим занимаемся, да, вот здесь вот мне важно услышать твое мнение, да, у нас есть какая-то, может быть, цель или какой-то формат работы, когда это заканчивается, мы работаем в обычном общечеловеческом формате, то есть люди могут тесно не общаться. У нас другой случай, да, то есть это важно понимать. У нас случай, в котором мы очень много обсуждаем и танцы, и жизнь, и у нас очень похожий вкус в еде, у нас похожий вкус в одежде, у нас похожий вкус в музыке, и еще много кое в чем у нас похожий вкус. В людях. В людях у нас очень похожий вкус, да. Да, поэтому мы как бы можем находиться в одной компании, да, очень, очень хорошо. Вот. Так а что, это совпадение? Это просто совпадение? Или это как это получается? Так сложилось, что разные факторы нас держали вместе в тот момент, когда мы еще могли разойтись и не как бы и пойти в разные стороны. Когда мы начали только тренироваться, это были исключительно танцы, мы даже не тусили вместе, и особо нас друзьями это сложно было назвать. И относились друг к другу странно, мне кажется. Мне кажется, Маша скептически ко мне относилась, к тому, что у меня не было образования, к тому, что я как-то странно мог одеваться и очень странно говорить, и семья у меня странная, и все странное, а она совершенно как бы, ну, у нее другие понятия о жизни. Мне так показалось. Вот. Конечно же, потом все сильно поменялось, но сразу же я думаю, что нужно вырабатывать такую штуку, как толерантность, да, как принятие того, что не является твоим опытом. Это очень важно. Да? То есть мы не сразу пришли к тому, что мы как бы... Нам помогло то, что мы друг друга узнали хорошо. Да? Но мне кажется, что очень важно в первую очередь строить отношения на уважении. Да? Что мы один человек, который хочет танцевать, и другой человек, который хочет танцевать, они вместе хотят танцевать, есть желание одного человека, желание другого человека, они об этом разговаривают самым чистым, как бы ведут самую чистую коммуникацию, да, строят все тезисы на выражении того, что чувствуют сами, я там то-то-со-то, мне вот это не нравится, потому что у меня такие цели, какие у тебя цели, что ты думаешь по этому поводу, да, то есть очень важно, чтобы, поэтому, кстати, мы говорили про роли и про вот это вот все социальное понятие, кто там, ведение ведомость, да, что все-таки очень важно держать баланс. Вот, но это в целом. У нас как-то так вот это пролетела эта фаза, что мы в итоге только через 2 года, по-моему, или через сколько, начали как-то ближе общаться. Маш, ты слышишь нас? Да, я слышу прекрасно, я просто... Ты хорошо говоришь. Я тоже пока там поговорю, я думаю пока, что где тебя дополнить. Ты поговорил? Я просто... Мне пришел вот этот... Я прошел через вот этот момент того, что мы сначала не общались толком как люди, да, но танцевали, и потом перешли в другую фазу, и то, как, я думаю, у людей это должно работать, да, что можно чуть пораньше начать непредвзято и с уважением относиться к тому, чего ты не понимаешь. Вот. Надеюсь, что это не обидно. Да. Ну, нет, мы 2 года, ну, наверное, первый год вообще не встречались вне времени тренировок. Мы только выступали и тренировались и выступали. Это было буги-вуги. И танцевали на вечеринках хорошо. Но мы не разговаривали между танцами даже, по-моему. Мы танцевали друг с другом много, и потом танцевали с другими людьми. Как-то даже не было общего пространства. А начали мы общаться, когда мы начали куда-то кататься. Сначала Херанг, потом куда-то Аврок де Свин. Мы жили вместе, разговаривали. Но это все равно было очень странно. И было много этапов, когда мы вроде как не хотели потом... Не то чтобы не хотели танцевать, но было непонятно, что дальше.
И обычно в этот момент сначала была такая фрустрация, как бы, ну вот, непонятно, расти вроде надо куда-то. А потом Даня говорил: Маш, надо просто больше тренить. И мы больше тренили, и как-то все проходило. Вот, а в целом про советы. У нас, да, довольно странный союз, он нетипичный. Он длится... Слава богу. Он длится довольно долго уже, сколько лет? 7 лет. С половиной. И это как бы такая стратегия, когда ты сначала два разных человека встречаются, потом они начинают вместе развиваться в танцах и обсуждать некоторые вопросы, и потом приходят к одному мнению по этим вопросам, и тогда уже легко нести в мир что-то еще. И когда кто-то из нас что-то новое узнает или как-то по-другому думает о танцах и о жизни, мы как бы это обсуждаем, приходим к какому-то общему мнению в основном. При том, что в последнее время мы сильно разделились, на самом деле. У нас был более, еще более плотный этап общения, мне кажется. Вот. Сейчас мы как-то все-таки 5 недель в разных городах отдает себе знать. А вообще, да, про партнерство самое главное — это понимать все время, пока вы в каких-то отношениях, понимать, что вы сами от них хотите. То есть начиная с кем-то танцевать, я хочу сделать номер. Отлично, классно. Другой человек тоже хочет сделать номер. Как бы решили. Какой номер? Зачем? Чтобы что? Чтобы доказать, чтобы выиграть, потому что нравится музыка, потому что классно танцевать с этим человеком, и вы хотите как-то запечатлеть картинку, потому что просто рядом человек сидел, у вас была мысль, и вы сказали ему: давайте танцевать, а потом вы приходите на тренировку, и вообще ничего не получается. Классно, когда вот есть все проговорены эти моменты для себя, потом с человеком. И очень же часто бывает в соревновательной карьере, когда один человек хочет выступать и достигать, а другой человек не очень понял, что он хочет, ему не очень комфортно это все, и получается дисбаланс, и один на другого гонит, а другой такой: ой, извини, и так далее. Итак, поэтому для продуктивного такого общения, наверное, первое — это чувствовать себя и свои потребности, и второе — уметь их передавать и обсуждать, и как-то найти что-то общее, потому что никогда не бывает такого, что у двух людей одинаковое мнение, пока они не поговорили об этом и не нашли какое-то среднее это мнение. И дальше уже вы двигаетесь чуть-чуть в этом направлении. Там новый виток и так далее. Вот. Это важно. И что еще могу сказать по партнерству? Ну да, наверное, еще уважение, как ты сказал. Такое базовое уважение к человеку. И терпение. Да, терпение и уважение — это что-то, что у нас, нам иногда приходит больше, иногда дается сверху меньше, свыше. Ну, у нас вообще, сейчас я расскажу, как я вижу наш путь и почему сейчас все немножечко по-другому, чем, скажем, 2 года назад. Мне кажется, что в целом в любых человеческих отношениях очень важно вербализировать мельчайшие детали, да, то есть кто-то может сказать: ну, как бы, что тут болтать, пошли, сделаем свинг-аут, да, и все. Ну, мы, типа, танцевать будешь, выступать будешь со мной? Ну, пойдем. Типа, ну, 5-6-7, поехали, да, туда, куда-то. Но может оказаться, что, то есть, это очень неинклюзивный, это очень такой, как бы, я считаю, что вот все люди, которые танцуют, они мыслят таким образом и хотят этого, поэтому кого бы я ни позвал с собой выступать, да, у этого человека, у них будет такое же мнение, поэтому что тут болтать? Да, и это очень, это, если вот так человек мыслит, то, мне кажется, еще очень долгий путь, пока у него все это откроется, он научится слышать и коммуницировать. Поэтому очень важно через рот прям разговаривать с людьми, с которыми вы работаете, да. Какие у нас ценности? Что для тебя этот танец, да? Это культура? Или ты просто в социуме находишься и делаешь что круто вокруг тебя, или ты хочешь докопаться до сути? Что тебе важно в этом танце? Да, что это для тебя? Какая это часть твоей жизни? Ты хочешь сделать это карьерой? Почему, да, есть ли у тебя что-то еще, достаточно ли много ты знаешь, да, что тебе кажется самое важное, мне нужно знать про твой танец, и так далее. Часами можно разговаривать, только когда вот это понимание будет общим, отсюда можно строить какую-то техническую и так далее башенку. Мне кажется, что вот как-то так, ну, хотя бы немножко поговорить, да, а что мы тут делаем? Потому что часто бывает такое, что, ну, насколько я слышу по разным историям, часто бывает, что люди
как бы они предполагают определенный сценарий, да, мы работаем в паре, а линди-хоп пара работает определенным образом, а никак иначе, да, это очень узкая точка зрения. Соответственно, на любого партнера это применяется, но люди разные, вот что важно понимать, да. Люди очень разные, у людей, у всех очень-очень-очень разный опыт. И то, что вы танцуете, как бы, даже у одного преподавателя, не значит, что у вас одни и те же ценности, и для вас это одно и то же. Да, и вот это понять, на личностном уровне наладить вот этот контакт, хотя бы предметный, но также можно поговорить и много о чем другом, да, что тоже поможет. Вот отсюда можно смотреть, ну хорошо, значит, ты хочешь вот это, я хочу вот это, для меня это не так важно, но я постараюсь пойти на компромисс в эту сторону, и давай попробуем, вот посмотрим. Тогда уже, когда мы танцуем, и не понимаем, что делать, потом вспоминаем, о чем мы говорили, какие у нас ценности, как у пары. Тогда очень просто, да, стоит вспомнить ценности, и мы сразу можем сделать тот выбор, который, как бы, который был сложным. Вот. То есть, мне кажется, коммуникация — это фантастически хорошее средство в людском мире вообще. Ну, вообще, конечно, плюс 100-500, потому что, да, это прям, ну, вообще во всем, да, во всем, не только в танцах, и в танцах, что важно тоже. И совершенно это не происходит. Я прям тоже это вижу и со стороны, что вот эти два самых главных таких аспекта, которые вы разными словами все равно озвучили оба, что первое, это хорошо понять, что вообще самому надо, потому что даже это уже сложная задача, на самом деле, разобраться, потому что иногда ты занимаешься по инерции. Самое сложное. Да, иногда ты занимаешься просто потому что, там, и так далее. И не разобравшись в этом, как бы сложно чего-то действительно добиваться. И открытая коммуникация, да. И вот, например, да, прекрасный вопрос, как вообще начать диалог. Это тоже совершенно неочевидная для всех такая штука. Да. Тут я прослушала такой вопрос неочевидный. Как вообще начать диалог? Ой, как вообще начать диалог? Ну, то есть как вот прям вот людям просто взять и начать разговаривать? Это при всей простоте вопроса оказывается для многих самым сложным. Очень интересно, да? Я как человек, который создает атмосферу, и может дотронуться языком до носа. Это Сидор из Вкусвилла. Спонсор сегодняшнего стрима. Да, у нас 0+, поэтому он, конечно, безалкогольный, естественно. Да. Это яблочный сок. Просто долго полежал в холодильнике, очень. Так, Маша, прости, мы тебя перебили. Как начать диалог? Вообще, есть несколько уровней. Есть внутренний, тяжелый такой... глубокий. Это нужно сначала с собой поговорить, типа, что тебе нужно? Нужен ли тебе партнер? Вообще, зачем тебе партнер? Обычно же все хотят партнера. Почему я хотела партнера? Чтобы соревнования выигрывать? Даже не знаю. У всех были партнеры, я думаю, ой, классно было бы быть партнер. Это, знаете, как с отношениями, да? Зачем мне кто-то? Ну, у всех же есть кто-то. А потом ты думаешь, о, наверное, мне было бы классно там какие-то элементы отрабатывать. Ну, и ты так приходишь к мысли, что вот танцы будут прокачиваться. А как диалог начать? Ну, ты же здороваешься, спрашиваешь, как дела, а потом говоришь, ой, я посмотрела наш, например, я посмотрела наш рекап, и мне кажется, что что-то там не то. И вот ты говоришь, что не то. Но на самом деле вопросы там, я посмотрела про кризис, вопросы, как вообще начать диалог, что больше двигает, это такие вопросы, помимо общей философии, которую мы уже озвучили, которая вроде как понятна, есть какие-то маленькие моменты, которые, может быть, у нас уже какие-то типа отъезженные, как сильно не ругаться во время тренировок. Это тоже есть какие-то маленькие ритуалы или способы выхода из как будто бы не безысходных ситуаций, так, когда, например, друг друга бесите так, что невозможно, что как бы вот опять... Ну, знаете, как триггерит что-то, и вот опять из прекрасной Марии, которая может создать ситуацию, атмосферу, какая-то приходит неуверенная в себе девочка, которая не может ничего придумать сейчас, и очень расстроилась, и начала злиться не только на себя, но еще и на партнера своего. И это происходит вот так, и я знаю, что это со мной происходит всегда на тренировках. Ну, не всегда, бывают тренировки без этого, но довольно часто. И теперь я как опытный человек отслеживаю это ощущение. И в этот момент, когда я внутри, мне так не кажется. Мне кажется, что Даня слишком... Можно я, да, буду говорить честно? Да, конечно. Даня слишком давит на меня. Он не слушает меня. Это его авторитарное мнение. Он вообще не способен понять, что я хочу.
и он не дает мне места и времени, а на самом деле это выглядит, Даня говорит: «Маш, ну давай, что ты хотела сказать-то?» А я не могу, я злюсь, и капец, просто тренировка заканчивается. Вот в этот момент, ну, как бы, как чтобы отношения были... В этот момент нужно выдохнуть, выйти из зала немножечко и просто 10 минут подышать и понять, что это опять та же самая маленькая Маша, которая злится и не очень себе уверенно пришла. Даня, я не знаю, в этот момент что происходит, и что Даня точно не виноват в том, что происходит, и что я злюсь, и... Или есть какие-то упражнения. У нас есть целая телега упражнений, как наладить контакт, называется, из контактной импровизации физически. То есть есть, какая-то рутина, с помощью которой ты можешь выйти из кризиса. Это вот к теме кризисов, которые бывают часто. Да. А можно вот ты говоришь про выйти из зала и немножко подышать? И мне кажется, что вот в этот момент как раз и пригождается тот самый вопрос, который вы, может быть, друг другу задавали. А что мы будем делать вместе? Зачем мы это делаем и как мы себе это представляем, да? Потом можно вспомнить, мы занимаемся созданием чего-то, да? Мы выражаем себя таким-то образом. Эта музыка, про которую мы много говорили, она нам нравится, да? Надо просто как-то замедлиться, да? Если слишком быстро, ну, просто попросить замедлить все и просто продолжать делать то, что мы делаем, потому что никто же не заставляет это делать, да? Поэтому почему злиться? Нужно найти способ делать то, что вы любите, а вы, ну, наверное, поговорили о том, что вы хотите делать, как вы будете это делать. И нужно просто найти способ, нужно найти инструмент и продолжать это делать. Вот и все. Да, и в такой момент это очень хорошие какие-то вещи, за которые можно ухватиться и не упасть. Зацепочки такие, да. И да. В каждых отношениях они свои. В каждых парных отношениях, танцевальных отношениях. И важно их собирать и коллекционировать. И потом, когда ты понимаешь, что в целом все классно, но вот сейчас что-то не так, ты такое вспоминаешь, и оп-оп, и оп. Вот тут еще такой момент тоже, возможно, для кого-то это важно услышать. Вот когда у нас была лекция по эмоциональному интеллекту, и задавались тоже вопросы и про конфликты, и про все остальное, что самый главный рецепт вот этот вообще при разговоре, про коммуникации формулировать, именно начиная с себя. Например, даже если не удалось разобраться в каких-то глубинных причинах, почему вас там что-то взбесило, например, или что-то вам не нравится стабильно, то все равно это можно высказать в формате, что «мне некомфортно», по тому-то, тому-то. Я чувствую это по тому-то, тому-то. И это делает диалог намного более продуктивным, комфортным, и, в общем, так и стоит делать, потому что действительно основная проблема в основном как бы либо не говорить вообще это, что непродуктивно, либо говорить это в формате «ты все время делаешь не так, ты вот все время там здесь не то, то не то», и это прям контрпродуктивные такие штуки. Да, по-моему, это называют «я-сообщение» или как-то, наверное, корявый перевод с английского языка, но это, как это называется? «Я-сообщение» — это как будто прямой перевод «iMessage». Да-да-да, как-то есть книга, по-моему, «Non-Violent Communication» или что-то, да, не знаю, как это. Как это переводится? Ну, наверняка это переводится, да? Что люди, ну, действительно, люди транслируют свою среду, если в их среде говорят «ты вот это, а я вот это», и так вот, ну, как бы как-то это работает, то люди, ну, мозг воспроизводит, насколько я знаю, мозг воспроизводит какие-то паттерны. И таким образом я часто, даже говоря от себя, говоря о себе, ну, причем меня этому, для меня это не новая тема, мне папа так с детства говорил, да, говори про себя, про свои чувства. Вот. И я даже, когда я немножко вскипаю, я, как только я произношу «я, может быть, не прав, но мне кажется, что ля-ля-ля-ля», я понимаю сразу, что, во-первых, я допускаю, что я действительно могу быть неправ в этот момент, при том, что, может быть, я так не думал. А во-вторых, я понимаю, что я проявил уважение к человеку, с которым я говорю, что это, может быть, поможет хотя бы немножечко вот на таких стиснутых эмоциях поначалу, как бы, да, ненасильственное общение, вот, да, ненасильственная коммуникация, да-да-да, вот, и таким образом как-то это вывести на уровень того, что наши эмоции что-то нам говорят, но мы можем попробовать привести это к более логической, как бы более, ну, партнерской работе. По существу, мы хотим сделать вот это, что нам нужно сделать, почему-то у нас какой-то затык. Если у тебя затык, и нам нужно сейчас остановиться, давай остановимся, это в наших интересах. Да, что здесь нету кого-то против кого-то, это же командная работа, и поэтому очень важно с самого начала определить все вот эти штучки парные.
Еще мы относимся сейчас к той паре, которая не занимается достижением спортивных целей. Слава богу. Раньше это было так, но у нас никогда не было сложности с этим. Но я видела вокруг очень много соревновательных пар, в которых происходила какая-то жесть. И если вдруг вы в этих парах, подумайте, зачем вам это нужно. Потому да. что в буги-вуги все довольно четко. Ты можешь выиграть, а можешь нет. Есть правила, по которым ты выигрываешь. И когда есть правила, четкие критерии оценки, кто-то может их не выполнить во время выступления. И обычно на этого кого-то сразу катят с бочки. И вот так, ну, если вы вдруг слушаете этот стрим, и я просто слышала очень много таких страшных историй в раздевалке, и слез, и каких-то, ну, не слез, потому что слез именно из-за жесткого отношения. Подумайте, зачем вам эти отношения, поговорите со своим партнером обязательно. Да, мне кажется, что это очень-очень действительно токсичная среда, и вообще такие отношения, да. они токсичные, отравляющие, да, можно сказать, так вот, старорусском. А мы вырулили из буги-вуги в линди-хоп, в творчество, в просто бытие, в искусство, и поэтому, когда вскипает, а вскипает, конечно, всех вскипает, боже мой, это же нормально. И даже когда Даня очень мило говорит, я, может, не прав, так на меня смотрит, я же понимаю, что у него внутри. А главное, да. я сам не понимаю. Понимаешь, в чем фишка? Да, но у меня... Я сам в этот момент не понимаю, что происходит. Я себя как-то стараюсь... Ну, все равно у тебя же довольно четкие позиции насчет танца. Да, но они подвижны, тем не менее. Они подвижны, это правда. Но я к тому, что это очень классная формулировка, она работает... И еще круче она работает, если после этого, ну, как бы, она не доводит, не способствует доведению до кипения. Но еще лучше немножечко разойтись на 5 минут, позаниматься своими делами. Ну, у меня лично так работает, успокоиться, понять, что сейчас, нам не нужно прямо сейчас прыгнуть так высоко. Вот. Это про тренировки. Да, вот, например, я могу знать, что у меня есть такая особенность, почему очень важно, мне кажется, все-таки начинать с себя. Ну, это достаточно очевидный вывод в целом по жизни и психологии, что вот я могу знать, что у меня есть такая особенность, что я начинаю гнать, когда я вдохновлен, я хочу очень быстро не потерять вдохновение и куда-то идти, и я нагоняю темп, и я могу не обращать внимания, не смотреть на реакцию, например, Маши или того, с кем я работаю, и я могу таким образом гнать, если меня не остановить, я как бы буду расстраиваться, что человек что-то там не поспевает, не следует за моей идеей. Я понимаю это, я понимаю, что если я захожу вот в эту серую зону и вот в это состояние, то я должен сам за себя отвечать и понимать, что у меня есть такая особенность, как я с ней буду работать, если я хочу работать вместе с кем-то. Да, тут как бы два пути. Либо я работаю сам, либо если я хочу работать с кем-то, мне нужно найти способ эту особенность свою принять во внимание и как-то с ней разобраться. Мне кажется, вот это очень важно, да? У меня есть такая особенность, я о них знаю, и я как-то с ними работаю вместе с другим человеком. Если человек тоже имеет такой набор, какую-то осознанность, да, в отношении себя, мне кажется, тогда это работает хорошо. А, кстати, вот интересно, что про буги-вуги я говорил, что вот есть какая-то цель по умолчанию, да, некоторые люди думают, мне кажется, есть цель, вот, ну, как бы, в смысле, зачем вообще разговаривать, какие у нас цели, как у пары, все понятно. И мне кажется, что в таких направлениях, как буги-вуги, не оскорбляйтесь, пожалуйста, я люблю буги-вуги таким, каким я его люблю, не обязательно тем, каким его танцуют сейчас, именно по правилам. Я очень люблю буги-вуги таким, как я его люблю. На самом деле, дорогие зрители, я тоже. Я тоже очень люблю буги-вуги таким. Смотрите, Игорь тоже согласен. Вообще, Даня закончил танцевать буги-вуги. Это просто такая шутка. Он закончил танцевать буги-вуги, когда он... Короче, он только перешел в разряд спорта, и все, и тебя не было в буги-вуги. Так что ты любишь до... того буги-вуги до того момента, пока он стал спортом. Ну да, вот таким вот как бы бюрократически. И тут как бы все понятно. Я категория называется мужчина и женщина, буги-вуги. Значит, мне для того, чтобы стать чемпионом в этом подвиде спорта, акробатического рок-н-ролла, по описанию департамента спорта или чего-то там Российской Федерации, мне нужна женщина. И мне нужно ее сейчас найти,
где женщина. Женщина, будете выступать или не будете? Отлично, давайте с вами выступим. И тут как бы партнерство, понятно, на чем строится. Мы должны выполнить правила, и как бы мне женщина нужна для того, чтобы чего-то достичь. Понимаете? Мне человек, с которым я танцую, мне нужен для того, чтобы сделать как правильно. Играть свою половину роли, да, и половину роли будет играть человек, с которым я танцую. Здесь нет цели взаимодействия, самопознания в паре, да, исследования культуры. Нет. С такой формат он сразу говорит, нам нужно достичь вот этого. Почему? Не знаю. Как? Не знаю. Но ты мне для этого нужна. Так что вставай, я встану на твои плечи и до этой медали дотянусь. Вот. И вот это... Мне кажется, самый такой вот очень хороший пример того, как люди могут даже не задаваться этими вопросами, да? А что мы делаем? Почему мы делаем это вместе? Что нам важно? И как понять, идем мы туда или не туда, куда нам хочется? Да, вот эти вопросы, мне кажется, очень важны, безумно важны. Еще очень важно, если у вас есть возможность в разных партнерствах участвовать, в разной степени. Да. Потому что это так классно. Это классно, и когда ты с кем-то еще танцуешь, человек совсем другой вообще, с другой планеты. Ну, потому что у нас, да, не так вышло, что мы давно делим ценности, и мы даже иногда не ценим эти ценности. Ну, то есть, как бы, живем и живем, чего? Каждый день тренируемся, и все. А потом бац, и, не знаю, приезжает какой-нибудь Кевин, например. Или к Дане приезжает Ксюша, или что-то еще. Я не знаю, что там происходит. У меня был такой опыт год назад. И вообще другой человек тоже линдхоп танцует. И танцевать классно, но совсем говорит на другом языке во всех смыслах. И потом, во-первых, классный опыт смотреть на реакцию себя, какие другие стороны у тебя открываются с другим партнером. Как можно еще, какие есть еще подходы, что нравится, что не нравится. А потом возвращаться обратно и переоценивать ценности, которые есть, с других углов смотреть. Как раз-таки, когда год назад мы стали более веселыми преподавателями, это было после того, как я преподавала с Кевином, и одна вроде, не помню, с Кевином, наверное, только, а ты с Ксюшей или с кем-то еще тоже, я не помню. И мы пришли, и вот как раз было такое очень интересное ощущение складывания обратно, но уже нового пазла, что-то такое. И такой опыт классный прям. Мы звучим как пара, у которой отношения строятся на этичной не моногамии. Этичной моногамии. Ну, или можно сказать полиамория, когда ты исследуешь мир таким вот образом. Когда у нас открытые отношения, да. Ну, можно так вот старомодно сказать. Да, то есть это действительно очень интересно, тем более, когда культура социальная, да, культура не бальные танцы вот здесь вот, на паркете только со своим партнером. Культура — это обмен, да, обмен опытом, обмен личным опытом и каким-то познанием культуры, да, познание какого-то пласта, который нельзя изведать до конца, что очень важно понимать, особенно когда мы говорим про линдихоп. И еще какая мысль мне приходит? Давай. Собрались говорить. Что очень важно все-таки ставить личность над танцором. Да, то есть личность человека никогда не может сравниться по значимости в глазах танцора или человека с танцором. Да? То есть то, грубо говоря, то, что человек танцует пока что еще не так классно, как мог бы, не значит, что он человек еще не такой классный, как мог бы быть. Понимаете? Это вещи совершенно не связаны. Очень важно с самого начала обозначить, что при том, что я могу не уметь этот трипл-степ с правой ноги, это еще не значит, что у меня нет опыта в жизни и в других областях, и я из себя ничего не представляю. Да, и это то, что как раз мы и говорим про... То, о чем мы говорим, когда мы используем слово «уважение». Да? Уважение общечеловеческое. Не танцорское. Я тебя уважаю, потому что ты занял второе место на LHC. И я занял третье, и поэтому я тебя уважаю. А я занял первое, а ты второе. Ну, я тебя уважаю, но уже не так. Да, понимаете, о чем речь? Да. Тут же еще такая тема, что если тебе человек говорит, что ему, не знаю, некомфортно в этой позиции, а тебе в этой позиции комфортно, в этой позиции, в этой фигуре, ну, не знаю, в этом танце, или прыгать высоко, а ты думаешь, это не высоко,
ты же не будешь его заставлять это делать. То есть нужно доверять, уважать и доверять словам другого человека. Да, да. Это очень просто звучит, но на самом деле это нифига не просто. Вот я точно знаю, что если я с моим телом могу обращаться таким образом, я думаю, все люди могут так делать. И для, я даже, ну, я сейчас просто прогнула грудной отдел немножко, но это не важно, это может быть любой пример. И так же самое, то же самое в парных, прям в парных танцах. Ну, это же твой партнер, он же так может, на самом-то деле это может и нет, может, ему это намного сложнее. Да, поэтому вот как раз на этом и строится. Ты человек полноценный, я человек, мы не ставим, у нас нет никакой иерархии, ну, именно личностной, что важно. Танцевальный это как бы может быть, если нужно. Личностной нет никакой иерархии, да, мы наравне, и мы должны друг у друга спросить, а чего мы хотим, да? То, что я такой амбициозный человек, и я хочу достичь всего на свете танцевального, не значит, что человек, с которым я танцую, тоже хочет этого достичь и сделать все для того, чтобы этого достичь. Поэтому очень важно об этом разговаривать. При том, что мне кажется, у нас была иерархия все-таки танцевальная. Личностная, не знаю, я вот иногда, мне казалось, что Маша немножечко так свысока на меня смотрит поначалу, когда мы начинали танцевать, но мне все-таки кажется, я не знаю, может, ты меня поправишь, что у меня всегда было четкое видение того, как я хочу, чтобы танцевал не только я, но еще и мы. У тебя нет такого ощущения? Да. Такое ну, то есть, что я знаю, то есть ты, значит, туда-сюда, я вот хочу линди-хоп, да, и вот смотри, вот здесь вот так вот 3-4, ты сюда, вот смотри, здесь твистуй, поэтому я все умел и за одну роль, и за другую, у меня было четкое видение, как нам нужно, да, просто в какой-то момент мне было очень, очень важно, и до сих пор это иногда бывает сложно, да, перестать говорить, я знаю, как тебе лучше, я знаю, как нам лучше, чтобы этого достичь, то есть я верю, что мое видение нам сильно помогло достичь того, что мы достигли сейчас. Но очень важно не упустить момент, когда мне нужно понять, что вот это твое дело, и ты абсолютно высокого уровня танцор тоже, и что у тебя есть свое мнение, ты знаешь, как для себя лучше. Может быть, тебе потребуется гораздо больше времени для того, чтобы разработать, но зато это будет что-то твое. Да? В этот момент, когда тебе нужна моя помощь, или нам нужна моя помощь и мое видение, нужно очень хорошо провести эту границу. Мне вот это сложно, мне кажется, в наших отношениях. Да, и поэтому я рад, что... Поэтому сейчас Маша, мне кажется, говорит, что у нас такие более независимые, разделенные партнерства, такое отношение. Да, потому что мы работаем с другими людьми, у нас есть свой взгляд. Я всегда могу сказать, мне кажется, для нас лучше сделать так. Но ты можешь предложить всегда свой вариант и взять столько времени, сколько тебе понадобится. Я потом расскажу, почему мне это нравится или нет. И часто, как первый раз, меня сильно удивляло, что это очень круто, это очень классная идея, это очень здорово. Почему бы тебе не поставить там это самое, нам всю вот эту часть и так далее. Поэтому, мне кажется, наши отношения дошли вот до этого момента, когда нет очень четкой иерархии именно танцевальной. Но я надеюсь, что личностный баланс был всегда. Вот я очень надеюсь на то, что ты так чувствуешь. Я не знаю, как это для тебя было, и так далее. Очень большая тема, мне кажется. У нас такая небольшая групповая терапия случилась, да? Да. Да, но мы озвучиваем. Мы озвучиваем. На 100. 103. Ну, кстати. Чтобы было... Да, действительно, нас много. Да, мне Маша, кажется, ты... Ой, я вижу, Маша, давай, Маше дадим слово. Мне расскажет, что Маша с небольшой задержкой слышит нас, поэтому как бы сложнее еще вклиниться, потому что... Да, да, я немножко... У меня, может быть, выражение лица такое очень внимающее, потому что я вас слышу... У меня очень... Иногда ничего не происходит, иногда все быстро так говорят, и я вслушиваюсь, чтобы понять точно, что вы имеете в виду. Угу. Я не знаю, что... Может, Ярославль, 9:30, все пришли после работы, погуляли и в интернет зашли. У нас же нет, у нас же как в Швеции, нет самоизоляции нормальной. Я соблюдаю. Так вот, это чтобы разрядить обстановку. Так, да, история была в том, я уже рассказывала, не знаю, может быть, кто-то помнит, пару дней назад был большой стрим благотворительный, я рассказывала про то, как вообще у меня с танцами началось. У меня началось с буги-вуги, в котором я наслаждалась ролью очень просто ведомой ролью. Даже не танцами. Мне нравилась музыка, но основная идея была это вот я ведусь, и я могу исполнить все, что захочет мой партнер.
И это было прикольно, это правда прикольное ощущение. И очень долгое время мне этого было достаточно. А потом начались соревнования какие-то, я понимаю, что я больше ничего не могу. И потом амбиции выросли, а техники, ну, техника не доросла, амбиции-то выросли. Я начала рассказывать историю, как на первом занятии в мастер-классе, на мастер-классе в Нижнем Новгороде первый раз мы преподавали здание буги-вуги, и он смог ответить на какой-то вопрос партнерши, который был адресован мне лично, а я не смогла, я очень разозлилась, я не смогла, потому что я не очень знала, как это делается, потому что у меня не было вообще никаких ориентиров, кроме ощущений. Я знаю, что меня ведут вперед, я иду вперед, я не знаю, какой ноги, мне все равно какой счет. И в таком состоянии я была довольно долго, и мне было очень сложно оттуда выходить. А у Дани изначально настройки были совсем другие, он сразу анализировал ситуацию. Ну и это в целом у партнеров происходит в чуть большей степени, особенно в буги-вуги, да и в линди-хопе, в такой парадигме, когда партнер полностью берет ответственность за партнершу. И поэтому мне потребовалось больше времени, чтобы вылезти вообще из этого, вот этого «веди меня, пожалуйста». И я вылезла. Я начала думать, считать, сольно делать свинг-аут, было сложно, потом проще, и поэтому и баланс появился не так сразу. Когда мы начинали делать первые номера, их придумала практически только Даня, потому что мне было сложно представить, что я хочу делать. Плюс я не слушала джазовую музыку очень долго. Я танцевала года 2 линди-хоп, 3 вообще, и до этого 5 лет буги-вуги. Ну, то есть что-то как-то вообще очень долго я не слушала джаз, он мне не нравился. Мне Оскар Питерсон открыл глаза. И вообще все музыканты, которые играют на фортепиано, трио, до сих пор очень люблю. Но сейчас уже как-то больше рейндж появляется. И мне кажется, как раз вот где-то пару лет назад мы достигли, и я как бы вылупилась из этого, скажем так, яйца, буги-вуги. И начала слушать отдельно музыку, и у меня сложилось, у меня все складывается, и просто так как мы стартанули в разных местах, как бы в том, что я... Зато когда я возвращаюсь назад на вечеринках иногда в такое в слепую ведомость, это тоже такой кайф, на самом деле. В этом тоже так много всего, и какое-то время назад я вообще отказывалась от понятия вот такая слепая ведомость, а сейчас мне нравится очень переключаться, и иногда просто импровизируя и снимая это на видео, получаются такие крутые вещи, которые никак не могут получиться. Но иногда нужно подумать. И мне кажется, что сейчас мы круто дошли до этого. Мы же не сразу начали обсуждать, там, что мы с тобой хотим. Мы просто начали участвовать в соревнованиях. У нас самих эта тема появилась пару лет назад, наверное, тоже. И последние несколько номеров, они, мне кажется, наши. Прям. Да. Прям наши-наши. Да уж, конечно. Я просто, так если подумать, я очень восхищен, фантастически восхищен тем, как ты сейчас, как просто представитель танцевальной культуры сама, насколько с тобой по-другому сейчас, насколько это действительно как-то выросло вот так вот сквозь время, особенно если смотреть назад, насколько сейчас у нас другое партнерство, да, оно настоящее, уравновешенное, и то, как мы, мне очень нравится, как мы преподаем и работаем с хореографией, и, ну, как бы это просто, конечно, я в огромном восторге, так если подумать, вернуться назад во времени, что, как мы вообще это все делали, да, и какова была твоя вовлеченность, да, и какая она сейчас, это просто, конечно, сложно описать. Да. Круто. Просто загуглите Мария Денис 2012. Не гуглите. Да, гуглите, говорю. Если кто-то нас не знает в то время. Да, то есть, может быть, эти вещи не видны снаружи, но это то, как мы сейчас. Вот я абсолютно согласен с тем, что это сейчас чувствуется очень сбалансированно. И только за счет этого мы можем уже заниматься какими-то совершенно другого уровня вещами вместе. Слушайте, ну вообще, конечно, очень круто вас послушать, и я надеюсь, что это
приносит вдохновение, тоже вдохновение, которое приносит мне, что это приносит вдохновение нашим зрителям. Всем, кстати, привет, мы еще здесь, мы вас видим, так что, если что, если у вас есть вопросы, обязательно пишите, у нас есть время на них ответить, касательно партнерства и касательно вообще, в принципе, того, что вы хотите спросить у Дани и у Маши. Пока не забыл, огромное спасибо всем, кто перечисляет донейшн, 4 человека уже поддержали мои стримы, спасибо большое вам, очень ценю эту поддержку. Смотрите, у меня была задумана еще такая, ну, немножко разрядить обстановку, такое, типа, вторая часть игры, похожая очень, но я надеялся на некоторую степень синхронизации, но поскольку у Маши есть некоторые отставания иногда по интернетику, а у тебя, Маш, закрыт стрим, именно стрим, у тебя чат в отдельном окне открыт, нет, да? Нет, у тебя из-за этого, наверное, лагает. Я закрою. Ты можешь открыть чат в отдельном окне, но стрим, как бы, точно надо закрыть, и тогда, возможно, получше станет. Вот я сейчас закрыла. Да, ты бы мне сразу сказала бы. Да. Нет, а я просто, я, видишь, мы сначала же обсудили, что можно чат в отдельном окне открыть. Я думал, что ты закрыла стрим при этом. Слушай, я не закрыла стрим, потому что мне было интересно, сколько человек придет, а потом я как-то оставила его. А еще можно я передам привет маме. Она смотрит меня в соседней комнате. Если вдруг у нее что-то работает, пожалуйста, давайте выключим все. Смотри, лампу. Давайте сейчас ну просто проверим, насколько мы синхронизированы. Я посчитаю раз, два, три, и вот вы прям синхронно с три покажете, не знаю, там лайкос, например, окей? Раз, два, три. Ага, значит, у Маши чуть позже. Но все равно задержка не критичная такая. Ну, значит, я на раз, да, она на три. Да нет, ну неважно, Маша же, получается, не видит то, что ты показываешь, поэтому все нормально. Просто я буду считать раз, два, три, и вы на три должны показать либо на себя, либо друг на друга. Ну, соответственно, Даня будет показывать наверх, а Маша будет показывать вниз. Типа, что это Даня. То есть я буду задавать вопрос, кто из вас, бла-бла-бла. И считаю раз, два, три, и вы показываете... друг на друга. Итак, Маша, тебе надо вниз показывать, да, не наверх, потому что у всех по-разному. Или на себя, да? И либо на себя, либо, да, либо, соответственно, друг на друга. Хорошо, да, да, да. хорошо. Да. Значит, ну давайте, поехали. На счет три нужно показывать. Кто из вас склонен, ну и кто из вас чаще забывает какие-то хореографические моменты, хореографию? Раз, два, три. Отлично, совпадосик здесь. Так. Кто из вас с большей вероятностью согласится разыграть партнера? Ну, то есть друг друга, я имею в виду, какой-то пранк, да, что-то подколоть. Вот кто-то вам предлагает, давай приколимся. И кто из вас с большей вероятностью согласится приколоться над другим? Понятен вопрос, да? Раз, два, три. Даня, искренне веря, показал никто, но Маша показала. Я не знаю, что так было можно. Ну, как бы, если так подумать, Даня очень-очень толерантен. А если я злюсь, как мы выяснили в начале нашей групповой терапии, никто не может быть уверен в том, что будет дальше. Окей, понеслась. Давайте дальше. А кто из вас в целом легче и чаще делает комплименты кому-либо вообще? Раз, два, три. Так, отлично, здесь совпадосик. Так, кто из вас чаще смотрится в зеркало? Раз, два, три. Класс. Класс. Такой вопрос, чисто гипотетический, но подумайте, кто бы в теории это мог быть. Кто из вас скорее решится на то, чтобы украсть что-то, ну, сувенир, какой-нибудь дорожный знак, что-нибудь там, плакат со стены, что-нибудь как сувенир утащить откуда-нибудь? Раз, два, три. Тут какая? Явно. И шалунья какая. Так, кто из вас чаще делает селфи? Раз, два, три.
Так, окей. Кто... Вот это такой вопрос тоже я его украл. Значит, кто из вас с большей вероятностью потеряет дар речи при встрече с каким-то очень важным человеком, неважно, кумиром или с кем-то, в кого влюблен человек, ну вот просто кто может потерять дар речи в случае чего-то такого? Раз, два, три. Это мы просто знаем. Кто из вас дольше продержится без социальных сетей? Раз, два, три. Ну, тоже не буду считать, что... Еще проблема в том, что я... Да. Рассинхрон все-таки чувствуется. Ну, рассинхрон... Иногда я вижу, что Даня отвечает до того, как я отвечаю, но я всегда отвечаю, как я хочу. Да, ты просто импульс, и да, ты, у тебя сразу же приходит в голову это. Да, я понимаю, что рассинхронный, тоже у меня со счетом как бы вы не синхронизированы, но это не так важно, это просто формальность такая. Итак, у кого из вас дольше и больше копятся неотвеченные сообщения, всякие незакрытые вкладки в браузерах, ну вот такой типа порядок вот в этой области. У кого хуже с этим? У кого хуже? У кого дольше копятся всякие непрочитанные сообщения, незакрытые вкладки и так далее? Раз, два, три. Так, ага. Так и запишем. Три вопроса вообще-то. А? Да. Большая часть сворована, честно, я только несколько придумал сам. Ну, хорошо, своровал. Да. Кто из вас первый решится выйти из кинозала, если фильм не нравится? Вот кто первый такой решительный забьет и скажет, я пойду, мне мое время дороже. Раз, два, три. Ага, так, интересно. Кто больше читает книг? Раз, два, три. Угу. Осталось совсем немного. Чатик в это время может пока что... А, там, кстати, очень чатик, много вопросов. Чатик, это Марава вопрос. Это очень хорошо. Сейчас мы уже заканчиваем эту часть и перейдем к вопросам из чата. Кто из вас больше потратит денег на крутой сценический костюм? Раз, два, три. Что за вопрос? Игорь, это вопрос? Давно не звонил Даня. Нет, но ребятки, нас смотрят... Да, нас смотрит 100 человек, поэтому тут вопрос не только во мне. Я-то могу предположить ответ на этот вопрос. Кто из вас с большей вероятностью согласится при каких-то обстоятельствах полететь в космос? Раз, два, три. Обалдеть, это очень интересно, мне кажется. Ну и последний. Ну и последний вопрос. Ну и последний вопрос. Кто с большей вероятностью напишет мемуары о своей жизни? Раз, два, три. Yeah. Вот такой вот короткий, быстрый такой игровой вариант опросничка. Очень классно. Вот, тут вы тоже, конечно же, как пример офигенного партнерства ответили практически на все, за исключением пары моментов, когда просто скорее непонятно, и там Даня развел руками, yeah. А не то, чтобы вы показали на разных, да, в разные стороны. Так что это еще, конечно, очень-очень-очень крутой такой пример, как вы хорошо друг друга чувствуете и знаете. Да, неожиданно так вот. Ну, не то, что неожиданно, просто у нас не очень часто такое бывает в игровой форме, только в жизненной форме. Uh-huh. Очень круто, очень круто. Интересно осознать. Давайте перейдем к вопросам. Еще... А, да-да-да, Маша. Да. Ну, еще это странно в данном контексте, когда ты с человеком не видишься 5 недель вообще, а потом такой видишь его, и за такие вопросы задают. И я просто... Это очень странно ощущается, на самом деле. Прям такое... Кто ты такой? Да, но интересно, как бы тут... Я бы так сказал, мои ощущения от таких игр с вами... То есть они вообще в целом чаще всего смотрятся
довольно, ну так, типа, хихи-ха-ха, там, ой, угадали, не угадали, там, ой, ничего себе, я и не знал, там, и так далее. Вот на самом деле, чаще всего это происходит ровно так. И ожидания от того, что люди хорошо друг друга знают, на самом деле, даже когда они реальные друзья, ну, нету прям таких. Ну, возможно, это тоже я не такие вопросы выбрал и так далее. Но в вашем случае вы настолько хорошо друг друга чувствуете и знаете, что это приобретает более серьезный смысл, чем вообще заложен в эту игру. Ну, не в плохом смысле, а в хорошем, разумеется. Потому что это поражает, насколько, опять же, много совпадает и много вы знаете. Вау, да, очень интересно. Итак, давайте постараемся пробежаться по этим вопросам. Будет ли в этом году про Линди? Про Линди. У меня есть что сказать. Да, давай. Будет в этом году. У меня есть очень амбициозный план на Линди Хоп в Москве и в России. И в рамках этого большого амбициозного плана, который только теоретически готовится в моей голове, в Дани на голове, про Линди имеет место быть. И про Линди будет более регулярным, и как-то следите за информацией в интернете. Вопросов на самом деле очень много, поэтому давайте постараемся уделить им внимание, но как бы насколько это возможно, лаконично, да. Так, сейчас, значит, Наташа, спасибо большое, что собрала два сообщения. Даня, расскажи про свое образование. Мое образование это, ну, можно сказать, такой более современный подход к образованию, никаким институциям, не в смысле институтам, а в смысле каким-то системам образования я не особо никогда не принадлежал. Почти не сталкивался, я не ходил ни в детский сад, ни в школу, ни в вуз, и никакого образования, никакого там аттестата, например, о среднем образовании даже у меня нет. Ну и странно было бы представить, что у меня бы кто-нибудь спросил, какой-нибудь Линди Фокус спросил бы, а у вас есть аттестат о среднем образовании. У вас тройка по алгебре. Да, тройка по алгебре. Идите доучитесь. Ну, то есть как-то так. Я не знаю, может быть, если так получится, что мне нужно будет где-то еще работать или в какую-то более бюрократическую сферу идти, там, может быть, с этим сложности возникнут. Но я не знаю, как-то все было так спокойно. Слава богу, мои родители не затолкали меня никуда насильно. И мне кажется, в этом это большой вклад в мою жизнь в целом, в то, чем я сейчас занимаюсь, и почему я так этим занимаюсь. Вот, так что самообразование, вот какое образование. Круто. Так, дальше. Про кризисы поподробнее. Какие были страшные и были ли такие типа «Ой, все»? Опять же, если есть какие-то вопросы такие, которые вы не хотите отвечать, разумеется, вообще. Ты хочешь что-то вспомнить конкретное? Ну, у меня бывает часто, мой типичный кризис, это я так вдохновлен, у меня есть такая идея, давай сделай вот это, давай ты вот сюда, я вот сюда, пум-пум, а что-то не выходит, ну почему? Может быть, нам уже как бы нам не по пути, у тебя другие интересы, там, или ты у тебя не выходит это, или ты не хочешь такую скорость, или у тебя другие цели. И поэтому, может быть, мне нужно, я не знаю, больше самому развиваться или с кем-то другим развиваться. Вот обычно так. У меня такой типичный кризис. Ну, обычно я рассказывала про маленькую девочку Машу, которая приходит, неуверенно в себе, начинает потом злиться. Вот это вот мой типичный кризис. Это такой кризис а-ля ежедневный, ну не ежедневный, еженедельный кризис или ежедвухнедельный кризис. А большие кризисы такие, о которых тут, я думаю, пишут, это... Я помню, что мы не танцевали с тобой Линди Хоп, а мне хотелось уже танцевать с тобой Линди Хоп, а ты танцевал с кем-то еще. И ты написал в Фейсбуке пост. Да. Я написала в Фейсбуке пост, типа, а кто хочет со мной танцевать Линди Хоп? И ты уже был тогда более-менее известным танцором в обеих тусовках, и тебе Богар ответил, ты чё, у тебя же Маша классно танцует. Что-то такое там было. Я думаю, правда? Ну, он там как-то классно ответил, типа, да Маша вообще классная, что-то такое. Мне было приятно, и мы начали с тобой тогда танцевать Линди Хоп. А потом был еще один момент, мы танцевали и Линди Хоп, и буги-вуги, и в Линди Хопе мы вообще выходили в финалы, делали трюки, но ничего не понимали. И Даня в какой-то день сказал мне, Маш,
нам нужно 5 раз в неделю тренироваться, чтобы как-то, ну, типа, 3 буги-вуги, как раньше, и 2 еще линди-хоп, чтобы нормально. И вот мы месяц потренировались и выиграли тогда соревнования и по буги-вуги, и по линди-хопу. И это был 2015 год, это было очень важно. И это было в Нижнем Новгороде, по-моему, да? Не помню. И, короче, после этого как бы кризис прошел, но вот был прям такой момент тягучий, и выходом из этого кризиса была идея больше тренироваться. Mm-hmm. Да, было... еще были моменты, мне кажется, когда у нас нам не очень танцевалось вместе. Да, когда у нас были, ну, как бы у нас много технических разных концепций рождалось, тем более, что мы самоучки, ну, особенно на первых парах линди-хопа. И у меня были моменты, когда я говорю, ну, мы же вот только что разобрали вот эту прекрасную, я не знаю, какую-нибудь теорию гибкой рамки, ты можешь растянуться вот тут, и мне будет классно, я не буду держать твой тяжелый контрбаланс там, или что-то, ну, может быть, ты скрутишься вот сюда. И как-то обычно это были претензии, конечно, к Маше, что и мне всегда было сложно в этих моментах, потому что я не хочу, мне не хотелось давить самооценку, да, и как-то просто наезжать, но и мне хотелось это высказать. Но я тогда еще не очень умел коммуницировать прямо совсем, не то что корректно, можно сказать. И часто я просто выбирал, ну, я говорил, ну, что-то мне не танцуется, да, или Маша тоже могла сказать, ну, что-то мне тоже не танцуется. Мы могли не танцевать месяцами особо на вечеринках, но при этом вести занятия и так далее. Теперь это не повторяется, потому что все технические штучки, когда я говорю, ну, я так чувствую, что ты вот здесь вот не додаешь, Маша говорит, да я себя чувствую сегодня прекрасно, я не понимаю, что тебя не устраивает. Но у нас есть технические упражнения, да, здесь вот наш подход, наша сторона рациональная нам позволяет это все проверить, да, работает оно или нет. Как вот это растянуть сюда, скрутить, да, одна фаза, другая, что-то там, какие-то упражнения, через которые мы проходим, и мы всегда понимаем. Мне кажется, всегда было так. Да, мы действительно этого не чувствовали. Да, наши тела не были в этом режиме. Да, часто... И это такие упражнения, которые мы на классах даем просто пройти поэтапно. То есть у меня одна картина мира, один тонус в теле, одно настроение, да, не совсем другое. И оно не совпадает. И пока ты внутри, ты не можешь это оценить. И это бесит. И ты можешь либо give up и такой, ну все. И детский подход — это когда ты думаешь, что все просто потеряно. Взрослый подход — это просто танец один, который будет потом еще много танцев. Ну, как бы первый момент психологический, а второй — да, есть реально трюки, с помощью, потому что иногда нельзя give up, потому что следующий танец ты танцуешь на публику, и тебе нужно импровизировать хорошо. И для этого мы, как бы, у нас есть прям несколько... поэтапных упражнений на разные штуки, когда вот это не получается, когда вот это не получается. И это все помогает. Да. Да, я предлагаю перейти к следующему вопросу тоже, чтобы... Okay. Да, следующий вопрос я зачитаю в чистом виде, но мне хочется как-то немножко потом переформулировать, как-то скорректировать, потому что он так немножко так, как бы... Это Мишин вроде вопрос. Миша, как вы тогда при этом... Ну, это вот к разговору о такой синергии, о таком понимании и так далее. Как вы тогда при этом не влюбились друг в друга и не поженились еще? Ну, рили, как это у людей работает вообще? Я переформулирую этот вопрос немножко в том смысле, что у людей ведь реально... Есть прямая ассоциация, что вот если они начинают срабатываться, вот если они чувствуют, что вот-вот-вот пошло, вот как-то мы здесь друг друга понимаем, здесь получается, у многих очень срабатывает такой какой-то инстинкт, что типа все, значит, мы должны быть вообще вместе, не разлей вода и вообще там все. И, кстати, ну, да, многие после этого уходят из танцев так-то. Да, ну типа, если нам танцуется хорошо, почему бы нам не сходить на свидание и не заняться сексом, да, вот из такого рода, да, да, такая да. связь. Ну да. Типа, что это самое лучшее, что можно делать людям вместе. Да. Да, как бы, единственное, к чему все идет. Вот это, кстати, да, в тему вот этого. Я передаю привет моей маме. Я думаю, что она сейчас ко мне подойдет, помахает ручкой после этого. Да, не продолжай, я послушаю вместе с ней. Да, ну, это, конечно, очень... Это личный вопрос, и если вы подойдете к нам, и у вас будет побольше времени послушать вот вообще это, потому что это отдельная история, я не уверен, что я хочу сейчас ее всю пересказывать и
всем 100 людям, но если вы к нам подойдете, и вам интересно, то мы всегда можем, можем рассказать вам. Это достаточно интересная история. Да, но... Да. Но не стоит воспринимать сейчас то, что мы говорим, это как бы черно-белое, да, как бы вот, мы никогда не общались в жизни, и вот мы познакомились, и вот вы видите нас сейчас. Это было не так. Это был ups and downs, 7.5 лет отношений разных, всяких, и разные были, ну, то есть, когда мы первый раз познакомились, мне было 18 лет, Дане было 15 лет, и я приехала из Ярославля учиться в Москву, а Даня, по моим меркам, я вообще не понимала, как он живет, как можно не ходить в школу, что это такое вообще, что это за человек такой, который не ходит в школу, почему, ну и так далее, то есть вопросы были примерно на таких уровнях, и мы все менялись, и, то есть, я не думаю, что если бы мы с тобой встретились и после полгода потанцевали бы, перестали танцевать, мы бы с тобой вообще общались сейчас. Угу. Да, а что там, как вопрос, как можно не влюбиться? Ну да, опять же, я говорю, насколько у вас есть желание вообще как-то на это отвечать, потому что я понимаю, ну, что там чисто... Ну да. Да, но никто же никто ничего не говорит, да. кто влюблялся, что было там и так далее. Если коротко, то у нас достаточно близкие отношения, мне кажется. Но, не знаю, но бывает такое, что люди вроде бы как бы могли бы сойтись, но не сходятся. Ну, так тут бывает. Тоже, мне вот на самом деле в данном случае интереснее просто, вообще мы можем перейти к следующему вопросу, но я просто действительно вижу примеры других пар, потому что как получилось так у конкретной пары, это один вопрос, он для кого-то, безусловно, интересен, вот, мне как-то хочется корректнее с этим моментом, а вот у кого-то просто действительно ассоциация такая, что, блин, все, надо переходить тогда, ну, вот как ты сказал, к чему-то другому, если уже все идет, если все работает, все у нас такое взаимопонимание, то да, то есть танцы это как-то промежуточное, что танцы как будто могут быть только вот там на подходе к пониманию, да, друг друга. А если уж понимание, то уж, ну уж как бы, чем мы про танцы будем разговаривать? Тут же ипотеку надо, да, брать. Да, ну как это детки, вообще... Детки. Мне кажется, что это вообще в случае с творческими союзами, с творческими коллаборациями, командами какими-то, это вообще такая алхимия зачастую. Она как бы очень, да, сложно анализу подвергается. Да, мне кажется, что вообще, я бы сказал так, что человеческие отношения куда многограннее, чем принято считать. Вот так бы я сказал. Ну, в целом, да. Куда многограннее, да. И они могут совершенно по-разному работать. И то, что они работают сейчас одним образом, не значит, что они потом будут работать другим образом. Вполне, кстати, допускаю, что вот если человеку удается разобраться именно вот с тем, о чем вы говорили, со своими желаниями, что нужно, не только в танцах, а вообще в жизни, если просто доминируют какие-то другие потребности, другие пожелания, вообще другие какие-то мечты и амбиции, то, конечно, они заберут на себя ту энергию, которая сложилась. Но есть же разные амбиции, разные цели, разные задачи. И тогда такая энергия такой же мощи может выражаться в творческом процессе, в сотрудничестве. Я это так вижу. Абсолютно, да. То есть я бы не мне кажется, что здесь именно важно не выводить что-то в абсолют. Да, что-то. Это же мышление, которое, как бы, вот этот вопрос сексуальности и социальные танцы, да, как это вообще работа человеческая сексуальность, не в смысле сексуальная привлекательность, сексуалити, да, в целом такое явление. И вообще, как это работает все вместе, связано это или нет, вот эти споры на Фейсбуке, там одно из мнений основывается именно на том, что это как будто такая вот пирамидка, наверху которой отношения, там, и сексуальный контакт, и все такое. И танцы, как бы, это люди по умолчанию, если пришли в танцы, ну, раз пришел в танцы, то понятно, что ты, как бы, к чему ты идешь. Да, но это на самом деле прошлый век. Ну, даже не то, что прошлый век. Это совершенно... Понятное дело, что разные общества, да, мы видим разные общества, и в них по-разному люди коммуницируют. Возможно, в России немножечко все по-другому, чем много где. Ну, мне кажется, просто важно понимать, что все не обязательно так, да, у людей. Вот то, что мы с чего начинали, да, с того, чтобы охватить, попробовать не то, чтобы войти в положение, но как бы иметь в виду разные варианты того, зачем люди приходят на танцы, например, да. Если преподаватель думает, что все пришли для того, чтобы познакомиться там, с кем-то на этих занятиях, то, конечно, этот человек будет
будет создавать для этого рассадник, да, он не будет про танцы, какие танцы, ну, как бы его не так будут морочить сами танцы. То есть это создает определенную культуру. А кто-то пришел сам, ну, заняться самопознанием. Может быть, у человека все есть, ему интересны танцы, да, ему интересна эта культура. Я считаю, что эта культура, вообще, эта танцевальная культура достойна быть основным интересом, достойна быть единственным интересом, да? Это не какая-то ступенечка к чему-то. Это само по себе очень, очень это великое явление, да, то есть мне кажется, что можно, таким образом люди недооценивают музыку, танец, самовыражение, самопознание и так далее. Вот. Но если что, подходите, мы Ну, мы, я не уверен, что всем хотела бы рассказывать. Ну да, ладно, хорошо. Это очень интересное, как это, mystery. Это мы в мемуарах, Данинах, видимо, почитаем. Да, да. Так, значит, давайте к следующему вопросу. Тут наоборот такой абсолютно конкретный вопрос. Даже вот мне интересно, что это же вообще целая концепция может быть за этим стоять. Расскажите, над чем можно работать в паре? Какие аспекты прорабатывать для коннекта? Вот такой конкретный вопрос, на который, конкретно, мне кажется, можно... Именно танцевально, в смысле? Да-да-да, наверное, что можно? Знаю. Я думаю, что... А, есть... кстати, может быть, коннекта и не... Может, вообще вот именно... Поди, да? Какие у нас комментаторы сегодня? Это, по-моему, Павел задавал. Ну, да. Ну, смотрите, я переведу пару... Я немножко торможу, потому что, опять же, у меня картинка тормозит, поэтому я меньше говорю, но мне очень интересно наблюдать и слушать вас. Первое. Начать с себя. Если тебе неудобно, поменяй что-нибудь, чтобы стало тебе удобно. Если тебе вообще никак ничего не поменять, поговори с партнером, скажи, вот тут неудобно. И он попробует не ты его, а он сам себя в каком-то месте. Не знаю, мне неудобно в правом локте чешется на счет 3 и. И ты такой, ну понятно, таксистоме. Ну что-то такое. Не 3, конечно. Вот. Дальше... Если вы работаете в паре, и у вас накаленные отношения, и вы не хотите их накалять дальше, снимайте видео, снимайте, анализируйте вместе. Привлекайте другого человека. Не нажимайте, не считайте, что ваши все проблемы из-за кого-то одного. Это не так. И из-за кого-то одного не вас. Тоже не так. Дальше у нас есть какие-то очень простые упражнения, например, когда вопрос в контрбалансе. Например, мне кажется, что слишком жестко с другой стороны, или наоборот. Или что, ну, жестко много контрбаланса, хочется меньше, а другому человеку не кажется. Есть упражнения, которые мы будем давать на проведение контрбаланс. Ну да, вот сейчас можно один момент? Да, да. Просто вот люди здесь задают вопросы, вроде, а что, вот какие упражнения, собственно, мы используем, как будто бы это что-то сокровенное, что мы держим только для себя. Мы делаем для того, чтобы найти контакт и войти в нужное настроение, мы делаем все то же самое, что мы даем на всех занятиях. То есть это нужно понимать. Для этого занятия нужны, как вы понимаете, ну, в нашем понимании, да, для того, чтобы развивать танцы, они и нужны, да? Не для того, чтобы знакомиться. Можно познакомиться. Никто не говорит, что плохо знакомиться, жениться, там, ипотека и все такое. Нет, но можно и танцами заниматься. Наши занятия на танцы рассчитаны. Вы приходите к нам на занятия, мы вам и даем то, что мы сами используем в этом, и ценность. Но это не сработает, если вы не вовлечетесь в это. Ровно так же, как и в партнерстве, да, если оба человека не вовлекутся, это не сработает. Да, Кристина. Ничего. Ну, про контрбаланс просто хотела сказать, что мы делаем какие-то супербазовые вещи, когда стоят двое людей, и вы, не знаю, трогаете поверхность ладони друг друга вот так, если кому-то интересно. И там нет веса. Потом туда немножко прибавляется вес, и вы уже чувствуете центры друг друга, можете переносить его в одну сторону, в другую. Потом можете то же самое перекатить в какое-то другое место, и так походить, поменять. То есть какие-то очень абстрактные штуки, через которые можно понять, да, локти, голова и так далее. То же самое можно сделать в обратную сторону, будет обязательно контрбаланс. И через такие абстрактные штуки, через 5 минут, на самом деле, это супер большой секрет, сейчас я рассказываю. Если кто-то понял, классно. Через
какое-то время ты понимаешь, какой тонус другого человека в теле, и это работает. Или ты тупо делаешь сольно твисты 5 раз, и у тебя шарнир поясничный развинчивается, и мышцы готовятся, и ты лучше делаешь твисты. Или ты тренируешь ту самую вариацию на рокстеп, которая мешает ведению один раз, один, а потом с кем-то, ну и так далее. Это как бы каждый раз такие вот маленькие штучки, они... Вспоминайте свои занятия, как вы отрабатывали этот элемент, и делайте то же самое. По сути, такой совет. Да, ну я думаю, что в целом, да. Конечно, технические вопросы, они реально, на них лучший ответ — это приходить на занятия, брать онлайн занятия, когда они появятся. И, в общем, я думаю, что это уже такая профессиональная среда, которая так, ну и коротко даже не объяснить. Ну да. Да, коротко, если говорить коротко, то на самом деле важно понимать, я человек, ты человек, у нас есть желание, я хочу танцевать вот так, я хочу танцевать вот так. Это очень важно. Что мы можем сделать, чтобы это вместе у нас работало? Да? Чтобы не было такого, я не знаю, почему я здесь, но вот я с этим человеком, мне сказали, что моя роль пассивная, и поэтому я буду делать вот такие штуки. Да? Задать себе вопрос, что это для меня? Самовыражение? Как я хочу это делать? Как я хочу танцевать? Можно танцевать, да? не отрабатывать, но танцевать тоже. Как я это чувствую? Как я хочу это сделать? Как я это могу сделать в своем теле? Что мы можем сделать вместе, чтобы оно сработало? Угу. И тут просто законы физики. Дальше физика. Все, норм. Физика. Давайте дальше. Да, ну как... Да. Да. Давайте дальше. Значит, был вопрос, что больше двигает вас? Общие цели? Ну и дальше вот на вопрос, как вообще начать диалог, мы отвечали. И вообще можно, мне кажется, даже отчасти следующий вопрос тоже озвучить. Какие у вашей пары цели и куда вы идете? И, ну вот, может, это как-то вместе. Ой-ой-ой. Ну, смотрите, я уже начала говорить про пролинди и про амбициозные цели на преподавание. У нашей пары, как у пары преподавателей, сейчас интересный период в жизни, потому что мы последние 2 года не преподавали в Москве на регулярной основе вообще. И преподавали в России... 1 раз в год, иногда 2 раза в год, точно в РЛС, и, может быть, 1 раз в год где-то еще. То есть мы перестали вообще появляться в России как преподаватели. Только как преподаватели Пролинди или сольной мастерской. Или в РЛС мы приезжаем, да, в рождественский лагерь московский. И в РЛС. И вся наша основная работа была сосредоточена на преподавании на фестивалях зарубежных везде. И сейчас пока что это невозможно. И я надеюсь, что в ближайшее время, хотя бы, ну, может быть, в июле, не знаю когда, можно будет запустить процессы в Москве, что очень круто, потому что очень много новых идей, задумок, заготовок, материалы, которые мы никогда не отрабатывали в России, а самое главное, вот этот совсем другой тип преподавания, когда ты берешь группу и ведешь ее. И есть столько всего, что хочется сделать, а самое главное, раньше я думала... с другой точки зрения. Мне хотелось вести группы, ну, в самом начале, чтобы не знаю даже что. Я даже не задавала себе такой вопрос. Сейчас мне хочется вести группы не чтобы вести группы, а вести группы, чтобы создавать комьюнити, чтобы создавать сообщество людей, которые думают таким образом, каким образом думаю я и Даня, и какие-то еще преподаватели рядом. И в этом смысле большие планы не на количество групп, а на качество комьюнити, на новые преподавательские подходы, которые мы подчеркнули и хотим приумножить уже в Москве. Да. Такие цели. Да, это звучит... Мы ведь на самом деле хотели попробовать... Ну, чем больше мы путешествуем, мы видим разные сообщества, как это все работает, тем больше мы понимаем эту сторону и понимаем, что у нас тоже есть ответственность, даже если мы ее и не осознавали. И нам какое-то время хотелось попробовать, а что если мы в Москве будем что-то делать. И сейчас как раз, возможно, будет благоприятное время, когда мы никуда не путешествуем, и у нас нет никакой работы, и мы можем заняться тренировками и регулярными занятиями в Москве, может быть, или какими-то проектами, какими-то выступлениями и так далее. Ну, посмотрим, здесь как бы не берите наши прогнозы, никак там июль, никто не знает, что произойдет. Mm-hmm. Тем не менее, скорее всего, международное путешествие будет возможно позже, чем путешествие из дома. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, да. Идея понятна, спасибо. Так, дальше, надеюсь, ничего не пропускаю. Был вопрос, Маша, тогда тоже расскажи про свое образование. Какая, например, была тема твоего диплома? А Даня, кстати, знает это? Дальше вопрос такой.
Не ответить? Ну, конечно. Да, ответь. Я не помню, какая у тебя тема диплома. Честно говоря, я тоже не помню. Правильный ответ. Да, правильный ответ. Ну, это финансовый анализ же, да? Мое образование и прикладная математика и информатика в экономике. Плехановский университет, РУ имени Плеханова. У меня есть бакалавриатский градус. Нет, серьезно. Серьезно, математика в экономике, матанализ, матметоды. Я думаю, что последняя кафедра, которая меня привлекала немножко, это были матметоды в экономике. Я, короче, рассчитывала... Боже мой, у меня была огромная статистика по всей России, по каждому из регионов и по заработным платам в разных областях, чтобы понять, что где развивается, где что хорошо, где что плохо. И я что-то считала, что я не помню. Но была... Куда идти работать? Куда? А, да, по-моему, да, это было, типа, куда лучше идти работать, что-то такое. Какие-то средние, не очень средние. Это было всего лишь 3 года назад, но моя жизнь так сильно поменялась с того времени, что я, честно, даже не помню, как это называлось. Но идея была такая. Вот. Я училась в математической школе, и потом мне было довольно легко поступить в какой-то вуз, не только в Ярославле, но в Москве, и я выбрала такой вот вуз, потому что я сдала информатику, математику, русский. Короче, такой очень простой принцип. Что хорошо сдаешь, туда идешь, потому что нужно идти в вуз, потому что все идут в вуз, потому что это нужно сделать, и ты уже сделал, и все, хорош, гуляй. Вот. Да, это ссылочка, да? Не. Ну, было нормально, то есть я не то чтобы... Я ни с кем не общаюсь из университета, я никогда не особо не общалась, я о нем не вспоминаю. Но он был, и за него я переехала в Москву, это классно. Так, дальше. Идем дальше, да? Я просто не... Да. Вот я хочу прокомментировать такой момент, вот что... спрашивают про упражнения, и дальше тоже очень любопытно увидеть эти волшебные упражнения для налаживания контакта. Но, во-первых, действительно, занимайтесь у преподавателей, чья философия, чья картинка танца, чья... Ну, вообще, кто интересен, занимайтесь, спрашивайте напрямую. Потому что есть такая вещь, как по моим ощущениям, что люди в целом ждут программ каких-то, и очень мало преподавателей получают запросов, например. Потому что в целом преподаватели могут сделать довольно многое и делают то, что, ну вот, как бы идет сейчас в проекте, в разработке, в запросе есть и так далее. Но если будут еще запросы, возможно, ускорятся какие-то еще дополнительные материалы и так далее. Вот ребята говорят про то, что у них есть упражнения, в том числе упражнения, например, с контактной импровизацией. Я там уже фиг знает сколько времени внедряю там из другой импровизации упражнения в танцевальную импровизацию, развиваю совершенно другие штуки. Тоже, кстати, очень во многом на налаживание контакта командного, парного и так далее, на поиск своих ощущений и так далее, нестандартные какие-то подходы. И в целом, то есть можно смело прям такой research делать, да, искать информацию активно, то есть если что, хочется глубже, чем есть на поверхности в целом. То есть обращайтесь в целом напрямую к преподавателям, потому что это, собственно, основная деятельность. Да. Мне нравится... Ну да, не то чтобы мы не просто не рассказываем, это... Просто это такая вещь, которую важно телесно прочувствовать, да, мне кажется, да. Телесно почувствовать. А так это в целом все, да, вот любое, как два тела могут взаимодействовать друг с другом, да, как вы можете просто касаться друг друга и что-то делать своими телами, как вы можете чуть-чуть войти в большую созависимость, да, как вы можете это использовать, как это включить, выключить, и как это в контексте линдихопа. Мне кажется, что вот когда мы говорили про наши идеи и цели, помимо того, что как преподаватели мы сейчас хотим развивать комьюнити, ну, попробовать, да, просто в Москве, скажем, не то, что комьюнити прям развивать, большие слова, а что-то делать в Москве, то как танцоры, мне кажется, мы продвигаем, сейчас мы для себя изучаем тему того, что вопрос, что можно делать, что два тела могут делать в танце друг с другом, и что очень важно понимать про джазовую музыку и афроамериканскую культуру, и как это можно соединить, может быть, по-другому, так как нам бы хотелось, не потеряя широту того, что можно сделать, что может сделать человеческое тело, тем более два во взаимодействии, и не потеряв
суть афроамериканской культуры, да, какие-то основные моменты. Не делать, как все, типа, да. просто свингденс копировать и все, что хорошо, и мы так учились, но скорее изучать, да, изучать, что, я, что мое тело может и в какой традиции да. я нахожусь. Может быть, раздвигать эти границы. Ты так классно говоришь, у меня сразу вспомнилось, что последнее приходило в голову, это мы долго плавали последние полтора года в абстрактном инди-хопе, где каждый отвечает за себя, каждый синкопирует по себе, и мы соединяемся в таком легком контакте и просто плаваем по пространству, и каждый делает, что хочет. Но до этого у нас был плотный контакт, скрутки, твисты, буги-вуги вообще, контрбаланс мощный такой. И сейчас мы недавно совсем открыли для себя такой очень сочный, не мощный, но действенный контрбаланс. И мы как бы можем и то, и то. И мне кажется, тема последнего времени — это как соединить и то, потому что, насколько я вижу, есть люди, которые профессионалы и профилируют... Для них профильный танец с контрбалансом, условно говоря, LA style, тогда все так вот очень ух! Или совсем другая сторона. А люди, которые это совмещают, их не так много видно, и нет таких примеров. Они есть, но их не так много. Мне кажется, это очень здорово просто объять. Mm-hmm. Да, я согласен. Продолжаем. Вопросы, я вижу. Да, я боюсь перебить, поэтому я так не сразу обрываюсь. Да, ну, спасибо за внимательность. Единственное, что можно делать вместе и к чему все идет, это вместе хавать. И дальше Антон. Особенно вкусно. Да, это очень круто. И вот Антон еще добавляет. Готовить, особенно готовить вместе. Круто. Замечательно. И Антон добавляет еще орать с видосов. Орать с видосов, с мемасиков и со всего вот этого, конечно. Так, блин, про ипотеку это сотка, хуже ЗАГСа, ипотека на свадьбу, на свадьбу потребительский Прости, кредит. Больное место. Хуже ипотека до свадьбы. Ой, да. Так, а дальше можно не смотреть. Так, вижу, руки мыли. Мы переедем тогда, это, видимо, к про Линди был, наверное. Комментарий. Вопрос, созрела ли у вас методика преподавания? Неважно, буги или линди, с нуля до. На уровне, сможете ли вы оформить свои идеи методичкой? Ой, ну, методика преподавания у нас была с самого первого дня преподавания. Это... Другое дело, что она менялась в зависимости, ну, от того, что наш кругозор расширялся, но всегда методика у меня, во всяком случае, в голове, часто я выписывал, она, конечно же, была, да, то есть есть какие-то законы или, скажем так, направления, которые помогают оставаться в стиле, которые, ну, как бы законы, которые помогают описать эту вселенную, не прибегая к тому, чтобы, в частности, показывать все, что можно в ней делать, да, а это обобщить, чтобы оно работало, и, соответственно, конечно, мы так преподаем, но это меняется, да, мы растем, мы больше узнаем, и мы, другое дело, что мы сейчас можем даже иногда меньше придерживаться методички, да, если куда-то пошел поток в другую сторону. Mm-hmm. Mm-hmm. Так. Так, спасибо, кстати, за подписку огромное, спасибо, это очень круто, очень приятно, благодарю. Так, дальше, боюсь что-то пропустить. Маша, покажи, как ты прическу свою делаешь. Тут? А где? Серьезно? Не знаю, нет, я, ну, просто вот вопрос, я зачитал вопрос. Может, в паре слов, там, что, куда? Я могу сделать. Это делается ровно 20 секунд. С одной стороны покажу, с другой не буду, может, то же самое. Мне кажется, я пока что самое отойду простое. В баттер-клозет. Давай. Давай. Берете волосы. Я не знаю, даже не прическа, слушайте. Берете кусочек, начинаете его закручивать. Берете другой кусочек, закручиваете за него. Третий кусочек, если вам нравится. Опа! А потом самое магическое, вот, и потом немножко припускайте так, чтобы был воздух. Обязательно нужно съесть кусочек невидимки и ее прикрепить с одной стороны. И самое главное, это то, что мне сказала Альфия еще в 2009 году в РЛС. Вторую невидимку на крест. И, в общем, все. Такая штучка. То же самое работает здесь. Только тут немножко по-другому положено
причесочка. Но это же не прическа, на самом деле. Это просто взять волосы и их убрать. Это так себе прическа. Так что я если у вас будут какие-то конкретные вопросы с конкретной прической, можно лично написать. Ну, мы вообще ждем. Слушайте, а ковер без Дани тоже классный. А вот Даня без ковра — это не факт. Да. Так, на праздничке всем давать с вариантами. Ну так, интересно все. Так, там какая-то они между собой общаются. Это, наверное, мы при Дане прочитаем. Swing out or circle? Гречку или туалетную бумагу? Даня, ты нас слышал, да? Ты в наушниках ходил. В прошлом году после занятий у Дани и Маши я ехал в Нижний Новгород, это Ася пишет, и каждый раз почти всю дорогу писал конспекты занятий и свои мысли от них. Иногда переключаясь на абсолютно не относящиеся к танцу размышления. И да, не от первоисточника, это сложновато перенять сколько-нибудь достоверно. О, класс, Ася, спасибо большое, очень приятно. Спасибо, Ася. Так, а вам больше интересно свинг-аут или серкл? Это смешной вопрос. Смешной. Да, так. Пора делать курс психотерапии для линди-пар, как для супругов, но только для линди-партнеров. Ну, об этом, кстати, уже давно разговоры идут вообще в целом. Доктор Валентин, ну, естественно. Да. Если они готовы, то терапия может начаться. Да. Так, еще вот этот вопрос пропустили. Так нет, почему? Обсуждали же. Мне кажется, они хотят знать, что... Да-да-да, они... и знаешь, потом еще через какое-то время... Нет, вы все-таки пропустили, вы не понимаете. Не-не-не, мы обсудили это, Посмотрите, у меня есть комментарий, не ответ, конечно же. Если вы влюбляетесь в человека, с которым танцуете, и перестаете с ним танцевать ради танцев, а танцуете ради любви, ему нужно об этом в какой-то момент сообщить обязательно. Да, да. Это вот точно. Это довольно эгоистично делать из-за любви, не из-за танцев. Особенно, если другой человек в этот момент ровно из-за танцев с вами танцует. Это вообще жесть. Спасибо за комментарий. Ну, это на самом деле я просто думаю, что это очень логичный ответ, да? Да. Такой, да. Простой вопрос, простой ответ. Честно, мне надо быть. Ну да, помните, как в этом, как мы, вопрос, а что я здесь делаю, да, что мы здесь делаем? Да. Ну вот. Я могу ты мне сказать, нравишься, что... поэтому я с тобой танцую. Я могу сказать, что на самом деле этот комментарий от Маши, он 100% в точку, потому что я об этом подумал с обратной стороны, что люди, находясь в отношениях, стремятся танцевать вместе, а это не связанные между собой вещи, они могут работать так, а могут не работать. Но при этом у людей возникает такой некомфорт, что ну как же я буду там, блин, с кем-то танцевать, когда мы вроде более-менее на одном уровне танцоры и все такое. И меня каждый раз приводит в восторг, когда люди достаточно владеют своими собственными ощущениями и как-то коммуникацией, что вот они находятся в отношениях, а танцуют с другими, например. И то работает у них прекрасно. Я смотрю на это, просто круто. Да, да, знаете, развязать вот эти вещи. Да, да, да. Романтическо-сексуальные отношения и танцы, ну, они могут быть связаны. Могут быть, но... Но они не обязаны быть связаны. Да. Вот что важно, важно понимать. Это много на что дает ответ, на самом деле. Много на какие вопросы и проблемы. Ну что ж, друзья, я вижу, что вопросов у вас больше нет. А если есть, то обязательно задавайте. Прямо обязательно. А вот вопрос, как не влюбляться, знаете, это ведь не вопрос про танцы. Знаете что, вы если ответите на этот вопрос, вы обязательно, пожалуйста, мне напишите, потому что мне очень нужно это знать. Браво, вот это вообще гениально, на самом деле. Есть способы, что делать, если ты уже влюбился, и нужно как-то это немножечко притушить в себе. Вот, советы от Марии. Нужно попробовать. Это ужасно. Попробовать найти в человеке, в котором вы влюбились, те черты, которые вам... Пообщаться с ним? Ну, просто. И найти в нем те черты, которые вас бесят. И утрировать. Зачем? Представлять, что он состоит только из них.
Привет помогает. Зачем? Ну, видите ли, у нас широкий опыт. У нас широкий опыт. К сожалению. А сколько у нас сейчас человек смотрит? Я закрыла. 94. Вау. Круто, спасибо всем, кто с нами. Просто... Дорогие зрители, спасибо большое, очень, очень приятно, что вы с нами. Пускай, может быть, мы не всегда можем ответить на ваши вопросы или отреагировать, но мы очень ценим ваше присутствие, мы здесь для вас. Да, очень круто вообще, ребятки, спасибо вам большое. А, да, мы уже так-то 3 часа общаемся, даже побольше. Очень здорово. Вау. Спасибо вам. А, да, в общем, сегодня, на самом деле, основные вещи мы обсудили, которые, по крайней мере, запланированы были, но, опять же, у вас есть еще сейчас время, да, если вы, собственно, не торопитесь, не спешите заканчивать, то мы можем еще дать время на какие-то вопросы. А, вас очень интересно слушать, спасибо, спасибо. Спасибо. Да, Маша, я понял, спасибо. Да. Я отвлекусь да. и приду. Ага. Сконцентрироваться на недостатках, перестать проявлять заботу, лучший способ не влюбляться. Какие-то вещи обсуждаете вообще прям жуткие. Ну, слушайте, не знаю, мне кажется, это не очень однозначно. То есть, если у человека есть какие-то чувства, которые случаются в отношении, может быть, другого человека, но все-таки это же происходит в одном человеке, то важно понимать, мне кажется, что тут вопрос, что если эти чувства задавить, то это может вылиться во что-то не очень хорошее. Что важно понимать, насколько это важно проявить, да, есть какой-то позыв, если можно так выразиться, да, есть какая-то направленность, какой-то поток, и, возможно, его важно выразить, и это само по себе даст этому пройти, да, не задавить это. Бывают случаи тяжелые, когда уже поздно думать, и тут уже у каждого, ну, как бы свои способы. Говорят, 2 года, и чувства проходят. Я хотел перевести тему. Да. Нет, не надо, пожалуйста. Мне интересно просто, Даня, вот этот личный такой вопрос, что... При твоем умении снимать и монтировать, и вообще эстетическом вкусе и высокой требовательности, вот если ты, и вернее не если, а когда ты будешь снимать онлайн-курсы, ты вот планируешь вообще прям запариваться со съемкой студии, светом, звуком, монтажом? Да, ну я думаю, что да. Мне, во-первых, это просто интересно этим всем заниматься, очень интересно и монтажом, и организацией съемок, ну, и фотографировать в целом. У меня другой вопрос, насколько такие вложения вообще нужны. Я пока не знаю, нужно ли так вот прямо сходу вкладываться хорошо или нет. Пока это непонятно, но, конечно, хотелось бы это сделать в хорошем пространстве, с хорошим звуком, чтобы это можно было, ну, чтобы это было комфортно смотреть. И, ну, и, понятно, с хорошим, чтобы это было высокого качества продукции. Потому что у меня как бы вопрос-то это связан с тем, что, извини, что перебиваю, у меня он связан с конкретным опытом, что я вот первый свой онлайн-курс, естественно, как вот, я не знаю, просто на коленках сделал, то есть, типа, я хотел, что, типа, better done than perfect, типа, вообще, что мне хотя бы сделать. Как-то, да, и потом понять. И по факту получилось так, что я тоже, отучившись там на операторских курсах и занимаясь монтажом, я сделал хоть как-то нормально, более-менее в нормальном пространстве, более-менее как-то звук. Это очень сложный вопрос, просто запись звука хорошая, это очень сложно и очень дорого. И по сути потом я этот курс сделал до этого всего коронавируса, до засилия онлайн-курсов. Я понимаю, что массовые международные онлайн-курсы сделаны очень круто, например, у Ксюши очень круто сделан курс, без всяких вопросов, вот. Но это сильно увеличивает стоимость для конечного потребителя. И в данном случае я не захотел этого делать, не захотел вкладываться деньгами. И потом в течение курса я получал реальную обратную связь, очень адекватную, объективно сформулированную, что вот это хорошо, а вот звук, например, там немножечко эхо, чуть-чуть там он по уровню как бы тиховат, например. То есть такие комментарии. И потом мне люди после начала огромного количества онлайн-курсов, вот из-за коронавируса, написали вдогонку, что, блин, нет, оказывается, у тебя вообще офигенно, потому что просто у многих завален горизонт, звук вообще ничего не слышно, шумы там вообще ничего, просто пиксели. Я такой думаю, интересно, значит, у меня получился среднячок такой. Вот. Self-production. Ну да. Люди к этому просто не готовы, к этому формату. Люди смотрят кино, сериалы с безупречным светом, звуком, монтажом и всем. И понятное дело, что это просто не очень привычно, мне кажется, для нашего комьюнити.
Но я пока... Для меня это открытый вопрос. Я... Первая моя мысль была, конечно же, сделать все в студии. Может быть, сделать, даже взять команду. То есть у меня есть оператор, с которым я часто работаю. Mm-hmm. Ну, может быть, даже... Ну, конечно, сделать все хорошо. Но другое дело, что это тоже это не дешевое удовольствие. Очень дешевое. Если ты один за это платишь, а не те, кто это использует. То есть непонятно, какой спрос, и непонятно, насколько люди вообще готовы просто решиться на то, чтобы заниматься дома. Кому-то это будет очень хорошо, а кто-то подумает, ну, это не нужно. Да? Мне mm-hmm. нужно настоящее занятие. И... еще за это платить какие-то достаточно серьезные деньги. По идее, хороший курс, наверное, должен стоить примерно столько же, сколько хороший абонемент в школу. Но если он хорошо сделан, mm-hmm. может быть, дешевле. Ну, не знаю, это очень сложный вопрос. Если у меня будут ресурсы к этому времени, я, наверное, вложился бы. Посмотрим. Маша? Я хотела просто узнать, вы откуда начали? Вообще с онлайн-уроков, с твоего соло-урока, с планов? Я спросил просто вот планы на съемку онлайн-курса, насколько они будут масштабные, потому что это конкретно меня беспокоит, потому что у меня задуман вот этот самый такой мой фирменный курс онлайн, и вот я просто пытаюсь посоветоваться, спросить мнение, что вот я сделал один вот так вот, получается, mm-hmm. на среднем уровне, на, ну, таком не супер максимуме, но на довольно большом уровне своих собственных mm-hmm. возможностей без привлечения кого-то со стороны. Были mm-hmm. свои сложности, есть свои плюсы, потому что это как бы по-прежнему доступным остается из-за моих невложений. Ну вот, и вот как бы мне снимать следующий курс, и я вот пытаюсь понять вообще, насколько... Потому что мне очень хочется. Я тоже такой человек, что мне хочется на несколько камер с хорошим звуком, хорошим светом, но кто? За это же не я буду платить, а конечный потребитель, да, типа, и я не хочу удорожать это, потому что суть остается сутью, как бы. Да, да, вот важно, чтобы когда форма, когда картинка и удовольствие от потребления, не, чтобы оно не перевесило слишком сильно, скажем так, содержание. Да? То есть оно может быть там же, может даже перевешивать, потому что это тоже удовольствие, это тоже это опыт, да? это приятный опыт. Это может, если у человека такое чутье, что если у него, ну, он так чувствует вот какие-то эти вещи, качества, видео, звук и все такое, если его это замотивирует заниматься скорее, да, чем на другом курсе, где и в итоге он будет заниматься танцами, более вероятно. Но тут это важный вопрос, посмотрим еще, какая ничего не понятно вообще, ни с тем, что будет с танцами, ни с тем, что будет... Я вот, например, для своего проекта «Мастерская сольного джаза» я делаю новый сайт, потому что давно хотел, и сейчас время есть. Я специально, пока еще можно было ходить на улицу, пока не было самоизоляции, я сходил в парк, поставил свою камеру, микрофон и сделал такой классный 7-минутный урок и смонтировал его. Но потом все закрылось, и я понимаю, что в целом можно самому сделать очень даже не кисло. Но это скорее как бы ты учишься одновременно и делаешь. И что из этого получится, в итоге непонятно. Урок в итоге он готов, но я просто смотрю в интернет и вижу столько всего, что мне кажется, что даже, может, пока и не стоит соваться, я пока даже его не публиковал. Mm-hmm. Вот, ну посмотрим. Это есть о чем пора подумать. Ну, точно. Помнишь, вчера я хотела с тобой обсудить прекрасный подкаст Райана Свифта, который yeah. недавно... Знаешь такой подкаст? Я знаю. Я нет. Игорь, я сейчас хочу посоветовать последний выпуск этого подкаста с Эвитой. Они обсуждают... Вообще, Эвита прекрасная. Эвита Арсе. Арсе. Yeah. И подкаст называется «The Track with Ryan Swift». Можно его найти. Он раз в месяц разговаривает по 1.5-2 часа с разными людьми. И последний раз он выпустил подкаст с Эвитой. И они там тоже обсуждают тему онлайн-обучения. И они все в шоке от того, сколько сейчас контента. И насколько сложно теперь... Конкуренция выросла в разы, потому что раньше ты делал что-то, и у тебя было, не знаю, 3 вечеринки в Нью-Йорке в один момент, например, а сейчас mm-hmm. просто 50 стримов во всем мире. Mm-hmm. И то же самое происходит с онлайн-школами, и каждый человек в разного качества какой-то выкидывает контент, и общая идея была в том, что непонятно, что будет дальше, потому что сейчас такой есть, ну, не страх, а вариант развития событий, что вообще уровень преподавания
снизится, даже не уровень преподавания, а столько сейчас всего вброшено онлайн, что когда как бы все это изменится, ты потом придешь в этот мир, и как бы люди все все уже увидели, и непонятно... Как это поменяет индустрию? Как это то есть точно все поменяется, но непонятно как, и это очень интересная мысль, что все кидают какие-то свои идеи, может быть, которые они хотели бы донести в классе, но донесли вот так, кто-то лучше, конкуренция непонятная онлайн, непонятно, как люди это потребляют, и потом, когда как бы все это будет пройдено, нужно ли будут ли люди ходить на занятия, ради чего они будут ходить, может быть, просто пообниматься, а может быть, они будут бояться дотронуться друг до друга, и это все так интересно, и в этом разрезе я даже не знаю, стоит ли сейчас участвовать в этой гонке, если это гонка. Для меня это вообще супер болезненный вопрос, потому что, ну, yeah. Я вообще вижу, что на самом деле очень многие реальные такие мастодонты такие, они ничего не делают, они не делают никаких онлайн-курсов, на самом деле. Да, а реальные мастодонты, которые любят такой формат, они уже сделали до коронавируса онлайн-курсы. Или у них там, скажем, были планы и так это делать. Вот, но... Да, смысл такой, что сейчас это реальная гонка. Гонка понятная, с другой стороны, потому что многие остались без денег, и мне это знакомо хорошо, типа, у меня нет работы и не будет в ближайшее время. Просто я решил сконцентрироваться все равно, у меня такой инстинктивный путь, что я все равно пытаюсь сконцентрироваться на том, что мне близко, то, что я люблю, то, что я могу делать в этом смысле. И, ну, а как бы получится на этом заработать хорошо? Нет, так нет. Ну, типа, я все равно стремлюсь любимым делом. Я не хочу обвинить никого, что там все стали заниматься, лишь бы заниматься, потому что все равно многие делятся толковыми идеями, конечно же. Но реально это просто все утопают в этом, не знают, чем заниматься, и уже там онлайн-классы в посоло, на самом деле, ну, прям просто вообще везде. Все школы занимаются, причем парные не заходят, все занимаются соло. И меня спрашивали, например, даже, что могу ли я дать что-то по соло. Но я что-то не хочу. Ну, то есть зачем? Я еще там зачем? Типа, я лучше стримы буду делать. Вот, мне кажется, что если ты не хочешь делать такой прям продукт, ты можешь делать онлайн-уроки. Если тебя лично спрашивают, ты можешь позаниматься в Zoom, это будет почти такой же живой класс, только другой. Мне кажется, это лучше. Ну, а тут спроса нет, к сожалению. Тут на это спроса нет, и все. Ну, нет, тоже нет. Так что, да. Да, ну, поэтому спасибо огромное те, кто поддерживает мой канал. Это вообще очень сильная поддержка. Еще раз, еще про Эвиту. Там было офигеть, как много крутых мыслей. Всем советую послушать. Она говорила про то, что когда она начала заниматься онлайн-школой, а это произошло за 5 лет, по-моему, до коронавируса, в 2015 году, она поняла, что это совсем другой навык, когда ты преподаешь онлайн, это вообще ни разу не показывает тебя как классного преподавателя в реальной жизни, и это что-то новое, если люди собирают толпы и отлично дают материалы, и все их обожают, это совсем не значит, что они будут это делать онлайн. No. То есть это совсем другой набор навыков. Это новые еще плюс другие навыки и немножко другой формат. Но опять же, мы сейчас говорим, вот послушайте подкаст, очень много материалов, мы говорим про международную англоязычную сцену. То есть другое дело, что происходит в России. Да? В России нет подкаста The Track, то есть трансляции Игоря Бени. В России не так много онлайн-занятий тоже. Ну, как бы, могло бы быть больше. Ну, сложно сказать. То есть у нас внутри только Summertime Swing дофига прям занятий. Прям много курсов всяких разных. Ну и понятно, просто людям надо работать. Им есть что дать, и надо работать, и как бы... И школа должна хоть как-то оставаться на плаву, поэтому, да. Да, вот это очень сложно, очень сложно. Но пока никто не знает, это беспрецедентная, ну, в современного времени, мне кажется, ситуация вот... Серия «Черного зеркала», как кто-то уже говорил. Немножечко, да. Так, мне кажется, во многих городах России появится тусовка или сильно вырастет уровень, потому что преподы местные стали заниматься у других преподов. Интересно, если так, то это очень круто, если кто-то действительно приконнектится, у кого не было доступа, например. Да, люди, которые не могли себе позволить часто путешествовать для того, чтобы учиться, они могут сейчас тут взять, там взять и узнать какие-то важные вещи, особенно если они копаются в этой теме давно, то быстро применить это к
к сообществу. Mm-hmm. И плюс, ну, понятно, локальные тусовочки будут вырастать, возможно, от этого, и сплочаться. То есть те, кто действительно любит танцевать, они будут сплочаться, и в итоге на выходе все захотят, мне кажется. Другое дело, что будет с международной сценой и фестивалем, мне кажется, это придет уже позже. Ну, очевидно. Путешествия и так далее. В общем, актуальная такая тема, конечно, сейчас, но, в общем, по ней уже тоже довольно много сказано. Друзья, на самом деле, я предлагаю закругляться нам, потому что можно бесконечно это продолжать, и я, собственно, всеми руками и ногами за то, чтобы мы еще и еще встречались в таком формате или в каком-то другом формате, потому что сегодня получилось очень круто. Поэтому, может быть, я вам дам слово завершающее такое, а я потом, как по традиции, ненадолго останусь со зрителями. Чтобы всех поблагодарить. Вот. Спасибо вам, что вы уделили свое время мне. Я вас люблю и скучаю, и вы прекрасны. И помимо того, что вообще с вами можно обсуждать все на свете, и это будет круто, сегодня я думаю, что мы очень важную тему подняли и довольно глубоко ее проработали, но при этом повеселились, что здорово. Спасибо вам. Игорь, спасибо большое. Я очень действительно доволен тем, что мы не остались на поверхности и в некоторых вопросах пошли глубоко. Я доволен, что мы что создалось такое пространство, в котором мы это все могли обсудить. Я рад, если всем это было интересно. И спасибо еще раз тебе, Игорь, за эту встречу. Было очень, очень классно, мне кажется. Долго, интересно, насыщенно и как-то классно, нерафинированно. Спасибо. Да, спасибо, Игорь, за то, что ты делаешь, потому что ты делаешь огромное дело. Это не просто один стрим, это ого-го, сколько работы, и постоянно. И ты находишь в себе силы все это сделать, приготовить, сообщить нам, сесть, потратить целый вечер на это, собрать людей, смотреть, сколько людей к тебе приходит. Это очень круто. Вот, я думаю, что мы все это ценим. Мы кто тут втроем в зуме. Спасибо. Да, ну и все, кто в чате. Все, кто в чате, да. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы, или вы хотите что-то узнать поглубже, или вас что-то зацепило, вы всегда можете нам написать, если это касается нас, наверное, Игоря, если это касается Игоря. Да. У нас сейчас есть побольше времени, мы открыты к обсуждениям. Если вас что-то зацепило, можете всегда с нами сконтачиться на эту тему. Да. Ну, я еще раз хочу сказать, что поскольку здесь платформа для всяких тем, и вы как такие мыслители, если вам захочется что-то сделать здесь на канале, например, может кого-то проинтервьюировать, мне вот интересно было бы, чтобы другие заметные, классные, крутые танцоры могли кого-то еще пригласить и поговорить на ту тему, которая им интересна. Потому что я все равно носитель каких-то своих идей, и я ограничен в своем мире в таком этом. А вот если у вас будут идеи, тоже это круто, и я всегда открыт к сотрудничеству. Ну, да, звучит интересно. Хорошо, мы будем это иметь в виду. Да. Я бы еще хотела сказать лично про свои впечатления. Это реально получилось как какая-то психотерапия на 100 человек. В итоге я не ожидала, мы же не готовились ни к чему. У нас же импровизация. Очень интересные вопросы, простые такие. И опять это сюрреалистическое ощущение объединение нас всех вместе, вот, и мы не только с вами, мы еще со всем чатом, с этими людьми, да. столько всего пришло в голову за это время, столько, и мы очень глубоко копнули, я думаю, что много кто задумался много о чем. Правда, это может даже быть странно или даже, может, в каком-то степени непонятно и неприятно, но я надеюсь, что вы толерантно будете относиться к нашему мнению. Вот. Спасибо большое за все это, что произошло. Было классно. Да, спасибо большое всем. Все, спасибо, друзья. Я тогда вас, ну или вы можете сами тогда отключаться из Zoom. Я с ребятками минуток на 10 еще останусь. Спасибо вам. Все, обнимаю вас. До новых встреч. Спасибо, до связи. Спасибо большое. Все, пока. Берегите себя. А, ну что, друзья, что я могу вам сказать? Офигенно вообще просто. Ну, это очень круто. Я, в принципе, не сомневался ни насколько вообще. Мне комфортно с ребятами общаться, мне очень много интересно у них узнать, мне очень интересно их слушать, и мне очень приятно, что есть возможность их привести в ваши дома. Собственно, мне это было интересно давно, мне это было интересно вне всяких карантинных условий,
потому что все равно не все могут путешествовать, не все имеют возможность куда-то выезжать и так далее. То есть главным образом за этими всеми стримами изначально и давно стояла идея, что все равно вдохновение должно до вас добраться, даже если вы сейчас по разным причинам, ну, в большей степени находитесь дома. Я рад, что получается это делать и сейчас, и мне очень приятно, что вы меня поддерживаете всеми способами. Активность в чате — это вообще номер один поддержка. В целом, что вы приходите и смотрите. И более того, опять же, возвращаясь к проекту, партнерская программа Твича, все идет прекрасно. Но, как я и говорил, и без этого все идет прекрасно, потому что стримы удаются. Спасибо всем, кто регистрируется на Твиче, кто прожимает follow, сердечко. Кто еще не сделал, сделайте это бесплатно. Мне будет приятно. Спасибо всем, кто перечисляет донейшн. Для меня сейчас это очень важно. Получается, что это тоже своего рода какая-то, ну, небольшая работа получается, да. Мне тоже это очень здорово и приятно. И спасибо за подписки. Как только я получу заветную галочку на Твиче, подписки станут совсем супер актуальны, и я буду вообще прям просто таять и млеть. Спасибо вам за огромное количество теплых слов. Спасибо за самый милый стрим в мире стрим. Спасибо, Оля, большое. Игорь, классная новая футболка. Даешь каждый раз новую и все более безумную. Это очень старая футболка, на ней даже есть дырки. Вот, но спасибо, что продолжаете следить за моими футболками. Мне становится сложно уже, потому что их не так много. Вот, но придется соответствовать. И будет отдельная шкала такая, донейшн на футболку, чтобы следующий стрим был в новой футболке. Тогда вообще будет круто. Вот. Это не байт был, все нормально, нет, не обязательно. Спасибо вам. По традиции мы кого-то зарейдим. Для тех, кто не в курсе, что это такое, я делюсь своими зрителями с каким-то стримером хорошим, который мне нравится, и вы дальше сами принимаете решение оставаться смотреть или, может быть, уйти, но приятно большой компании влететь кому-нибудь на стрим и подарить свое внимание, сердечки в чат, и просто, ну, человеку приятно будет, да, и когда это приятно, мне тоже от этого приятно. Вот, Оля, спасибо большое за поддержку, Владимир, Яна, Аква-Аква, Анна, спасибо за донейшены. Огромное. Сейчас я быстренько выберу, кого мы рейдим сегодня. Найду кому-нибудь интересного. Сейчас я это сделаю. Буквально нужно подождать не более 5 минут суммарно. И мы с вами кому-то сделаем приятно своим рейдом, так называемым. Сейчас послушаем, кто что поет. Потому что мы всегда это делаем на всякие музыкальные каналы. Пока я ищу. В воскресенье был прекрасный стрим с Алексеем Кравченко. Кто пропустил, пока еще в видеозаписях есть этот стрим. Он играл прекрасную музыку, как всегда. Вот. Что касается предстоящих стримов. 1 мая в пятницу в 19:30 Федор Недотко. 3 мая в воскресенье Илья Живой, танцор и хореограф Мариинского театра. В среду следующую, через неделю, 6 числа, Summertime Swing, команда Summertime Swing, будем говорить про историю создания одной из самых крупных школ и крутейших школ по свинг-дэнсу, про всякие сложности, про технологии, как это все происходило, что за команда, какие роли и так далее. Это будет очень интересно всем лидерам разных тусовок локальных. И вообще в целом, я думаю, что всем будет интересно послушать этих замечательных людей, которые очень много сделали для комьюнити в Санкт-Петербурге и для меня лично. Вот. И еще один спойлер. Пока еще это в разработке. Следующий после этого стрим 8 мая. Это будет Ксения Пархатская, друзья. А что там будет? Вы офигеете, честное слово. Не скрою. Но не скажу, что именно. Да, обязательно оставайтесь на связи. Телеграм-канал Benz Dance. Инстаграм Benz Dance. Группа ВКонтакте Benz Dance, в Фейсбуке я на личной страничке все это пощу. Есть Google календарь, в котором можно следить за всеми стримами. В общем, много-много источников. Давайте обратную связь, присылайте, кого вам интересно увидеть в эфире, какие темы хочется услышать, ну, обсуждение на какие темы, вообще какой контент вам интересен действительно, чтобы вы проводили время здесь на стриме. В общем, все это вы можете мне говорить по мере возможности, я это буду все воплощать. Итак, сейчас, секунду. Выбираю.
все важное сказал. Онлайн-курс музыкальности, импровизация в линди-хопе тоже, кого интересует, обращайтесь, пишите мне. Он сейчас в доступе, его можно приобрести. Итак, я сделаю рейд на вот такой канал. Честно говоря, не совсем помню, что поет эта прекрасная барышня, но я помню, что однажды я прям слушал ее стрим, и было классно. Так что, друзья, влетаем туда. Сейчас я пишу команду в чат, сейчас все развиснет. И мне будет приятно, что вы там сердечко каких-нибудь пришлете ей в чат. И обязательно говорите по-английски, если будете что-то писать там. Собираемся. Просто не выходим отсюда, просто не выходим из стрима. А потом, когда рейд случится, можете уже включить ее канал. Всем спасибо большое, люблю вас. Встретимся в пятницу в 19:30. Здесь будет Федор Недотко. Это будет космос, тоже космос, согласитесь, да? Поэтому все, хорошей вам доброй ночи. Всем пока-пока. Thank you so much for the raid straight away. Good morning, Shafi. What time is it there, Shafi? I'm not tuned in yet of your time, so I don't know what time it is. Bentisto, my name is not Ben actually. Bentisto, is your name not Ben? Yes it is. Is it? I actually don't know. Hi everyone that's joining. Raiding coming. Is coming. I see it. Thank you so much. I think your stream was awesome. Good, I'm glad your stream was awesome. Ben, what are you doing? Ben is stuck. I'm leaving you the whole thing. That's pretty freaking cool. Hi, Mitrofi. Hello. Welcome, everybody that's joining. Aradesh! Good to see you. How are you, Aradesh? Hi, James Nicklin. Hi. Be nice, exactly, be nice. Actually, my sister was very nice and let me wear this top today. Thank you, Aradesh. Yeah, we've gone through some different braids today. Haven't done the full French flat one. Just the standard, pretty long fucking standard one. Hi, Violet. Violet Rose, welcome back. How are you doing today? Dance and musician from Russia. We discussed different dance. No way, that's pretty cool. The only Russian word I know, I'll use it. That's as far as my Russian goes. But I appreciate the raid. Thank you so much for bringing your friends. I'm here.